Привет, Ира, привет, Хамилия. Сегодня мы хотели бы провести еще один интересный чен на тему вибраций, методов повышения, способов понижения. Мы, как обычно, собрали в Ютубе и Инстаграме большое количество интересных вопросов, отобрали те, за которые люди проголосовали больше всего, и сегодня хотим озвучить их и задать их Хамилии. Да, Стас, очень актуальная и интересная тема, особенно в состоянии сейчас, на сегодняшний день, потому как идет переход, и это действительно очень актуальная тема. И хочется, чтобы вы получили максимально возможные знания, применили их, и, соответственно, вам переход был более облегченным, и состояние перехода все-таки оправдало свои ожидания. Этот чен будет состоять из двух частей. Сначала мы озвучим вопросы от зрителей, а потом просто начнем перечислять всевозможные инструменты, которые дают понижение или повышение. А от вас хотелось бы получать краткие, емкие ответы по количеству вибраций, которые они дают или наоборот, забирают. Дежи же козых, миты, миси же камасах, тонзамоны. Действительно, тема на сегодня активна, актуальна. Бежи же кожи грубо для человеческой осознанности, потому как массанти миши харбашхада. Каждый человек понимает, что это энергосущество. Иди до живого же грубо широкоды. И когда вы проходите однодневный опыт, может, работа, многовременный опыт, миссинг ты маша харбата. Все вокруг вас – это энергополя. Лидых массинти миша работа. И вы своей осознанностью, своим состоянием, своими знаниями, которые обретаете в поле, можете регулировать этот процесс миссинг ты маша харбата, определяя свое состояние качества. Миша кожа работа. То есть, что вы покушали, маша харбата, что вы попили, масса дебитхада, какие энергопрактики вы ведете, миша работа, какие слова говорите, как любовь раскрывается, в потоке, мы же работаем, много-много другое активно влияет на качественные формы машрапата, именно на ваши вибрационные поля. Ледах можешь уже кожу кработа. И для того, чтобы раскрыть эти активные коды бижи-машхар-машхарбата, активизировать эти формы, состояние знаний и применять их на себе, бижи-машхарбата, задавайте вопросы, активизируйте и бижи-кработы и проходите на качественные основы. Итак, первый вопрос. С какой неснижаемой вибрации начинается переход у людей? Динды маши жукозах маша када. Переход – это такая стать энергоемкого состояния, когда бежи кожу крубот. Это плавающая величина и имеет свое бежи кожу крубот шхрбот. Свое отражение в состоянии поля того, что бисинты маши хрбат шхрбат. Она меняется в зависимости от вашего эмоционального фона бежи крубота, от ваших состояний матричных кодов, программ, опыта. Бисинты миши маши када. От вашего тела бежи крубота, от вашей осознанной засоренности, либо чистого созидания поля. Лидах моши жукозах мада. И вы должны понимать, что каждый человек, приходящий на Землю изначально в третий формат, может же кожу крубота, имеет вибрационное поле 60-80 МГц. Мисин Тамаш Харбата. И с помощью наработки опыта Бесин Тамаш Харбата, с помощью наработки состояний даже кожу крубота различных форм временного кода событий, человек начинает обретать новые формы. Мисин Тамаш Харбата. Возвращает свою осознанность, может крубота, возвращает свои опыты, масхармата, вибрационные поля и выходит на более высокие показатели. Линдах Мисин Тамаш Харбата. Пространство на сегодня в разделенном состоянии. Бежи кожа круботы, басабата. Оно еще имеет общие количественные поля. Лидах муж же козак моды. То есть объем системы энергокодов муж крубош хрбот предполагает общую работу. Лих масса мишихада. Но при этом уровень осознания человека уже делится, градируется бежи крубош хрбот на разные уровни активности поля. Миша маш хрбата. Это человек в состоянии сознания третьего формата бежи крубот хрбот, который имеет вибрационное поле биты масса хина 5-100 в средней величине актива. Лидых Маша Жубада. И это человеческая стать, которая в развитии, в жукрубота, в духовном развитии, в жукрубота, в познаниях, в активизации новых форм. Лидых Маша Жукрубота, восприятие системы матрицы новых кодов, ты Маша Рабаш Харбата. Те души, которые уже наработали опыт, Мисин ты Маша Харбат, прошли деструктивные поля. Лидых Мисин ты Жукрубота, наработали колоссальное количество всяких невзгод, Маша Харбата, отработав энергополя деструктивного характера. Лидых Маша Харбаш Харбата, получили состояние нового статуса активного перехода Миши Жигмаш Харбаш Харбата. И в этом состоянии, в этом времени человек начинает осознавать себя иначе. Может Курбош Хурбот проходить в более качественные формы и нарабатывать свои энергопотоки. Миси Машхада. Еще раз определю о том, что биты масса Харбата, все вибрации в этом мире. Ледах масса Миды. Человек в состоянии перехода начинает нарабатывать вибрационный актив, то есть вибрации взращивать через разные инструменты, по
Хабаля, Лид Хмоша Урбота. Мы говорили очень много лет об этих исходах Масарбата, как питаться, как питье выставлять, Мужик Урбот, какие практики вести, Масхада, как дышать, Мужик Урбот, как раскрывать сердечную любовь между Жукожи Курбота и обменное поле целостного характера. Лид Хмос Индимиши Жукозы, Миды Машакада. И что происходит с вами дальше? Вы начинаете обладать знанием, вы начинаете применять инструменты, начинаете взращивать эти ресурсные и качественные показатели третьего формата программ. Лима Сентемашхада. И ваша вибрация начинает наполняться, активизироваться межжукожи курботы и давать вам возможности выходить на новые формы. Ми Сентемашхада. И в четвертом поле максимальный порядок фундамента системы вибрационного качественного нахождения на Гайе Биши Курбот. Человеческий сегмент имеет 10-200 величине актива поля работы. Ми Сентемашхада. Во время перехода что происходит? Между 5-100 и 10-200. Лидых Моши Жукозых Миты Маши Жукарбата. В это время человеческое сознание, проходя опыт, начинает развиваться, расширять поле обмена бижукуропошхурбота и получать новые знания и форматировать их в своих основах. Лидах Мосантимиши Машхарбата. Вибрация может быть плавающей в зависимости от того, какие доработки, бижукурбат, какое тело заземляет или нет, межукурбот, какое сознание, насколько чисто, лидах Масабата. Но это все созависимые факты. Лимасан бижукурбот. Потому насколько как чисто тело бижукурмашхан, настолько чисто сознание, настолько вибрационная величина растет в состоянии полей. Лидах Моши Жукозах Миты Мада. И если вы осознанно подходите к тому, что нужно что-то в жизни менять, межжукожи курбош хурбот, закрывать старые программы, уходить на новые формы, естественно, вы это сможете сделать только с помощью вибрационного поля. Миша Крабата. Каким образом нарабатываются вибрации межжукожи хурботы? Абсолютно разным истоком системы сонастроек ваших матричных кодов программ. Бизи Мада. Это все, что вас окружает. Миша Крабата. Все, что вы используете в своей жизни, бисинты Маш Хурбата. Как в эмоциях, как в энергопотенциале, бижукурбот, как в еде, как в питании бижукмады, как в состоянии питья. Межжукурбота. И основной формат инструмента – это знание. Ледых масса мидахада. И человек начинает получать знания, применять их на себе, и бижукурбот расширяет поле опыта, осознанности, и начинает вибрационно расти в своих кодах. Мисинты масхада. На сегодня средняя величина состояния системы вибрационного кода бижукурбошхода по фундаменту основ составляет 8500. Мисинты машербата. Это достаточно активная форма того, что когда человеческая стать может перейти в новые поля матрицы. Димасахада, когда этому сознанию позволено изучить новый материал бижукурбота, получить эти новые знания в работе, соответственно, применить их на себе осознанно. Лима Сахарбата, и, соответственно, человеческое сознание переходит в новый формат. Лима Шакамашхада, берут программы новых состояний носителей программ, которые дают качественный ресурс. Межикрамашхада, это новые эмоции, это новые чувства. Бижукурбата, это эмоциональное состояние, которое дают благо и ресурсное состояние здесь и сейчас. Ледух Моши Жукозах Митамада. И все, что происходит в этом мире, в том числе питание, ваше тело, начинает кардинально меняться. Мисимада, потому что меняется состояние все. Мошурбота, сознание, эмоции. Миша Крамаш Харбата. Ваша вибрация позволяет вывести качественные показатели, взять новую матрицу, взять новые знания. Дихтонзу Моши Жукозах Мада. И если говорить о том, что если человек стремится выйти на новые поля, на качественную основу жизни, бижукурбота, если сознание подсказывает ему, что нужно идти к этой работе, межикрамашхарбата, естественно, начинает применять различные спектры созидания инструментов. Ледах масса маши жукожи курботы. Какие инструменты в работе? Межикрамашхарбата. Какие состояния он испытывает при этом? Это опять же опыт. Ледах моши жукозы бата. Но когда вы беретесь за состояние бижукурбота выводить на качественную форму основы, соответственно, сознание уже готово воспринять новую матрицу. Лимашхарбата. Поменять мир внутри себя и, соответственно, составить жизнь иначе. Лидух Мосы Димиша Карбата. И с помощью вопросов мы сможем вам показать это, как работает мужик-курбот физически в ваших основах, в ваших формах. Мисинтемада, дабы взрастить сознание, дабы осознать новую жизнь и выйти в качественный ресурс. Большое спасибо за такой развернутый ответ. Скажите, пожалуйста, у какого количества в процентном отношении населения России вибрация выше 8500? Линзы Моши Жукозы Хада. Сейчас по данным системы Жукожи Курбота всего мира в основе именно планетарного состава Гаи без Жукожи Курбоши Жукозы Хмада. Если говорить о средней величине, состояние сонастройки Жукожи Курбота средней величины обменного поля составляет 7700. Лидых Моши Жукурбота. У кого-то максимально возможно 10200, у кого-то минимально. И бижукурбата, даже 4500 есть в полях. Лимасы маши жукозых, миты маши жумаши рбата. Тут зависит от уровня состояния души, что душа наработала ранее в реинкарнациях. Маши рбата, какие пути опыта прошла здесь и сейчас, в этом воплощении, в этом времени. Лидых моши жукозых, моши рбаты. Какие осознанные состояния приходят к вам, согласно вашему, опять же, вибрационному полю. Миси маши хады. Ведь матрица вам подает массу различных форм знаний. Бижукурбош хрбота. Вы видите этот мир, и каждый источник, который поступает в ваше зрение, бижукурбата,
Машарвада. Каждое слово, сказанное какой-либо душой Бужукужукурботы, имеет за собой определенную основу. Мечимада, вопрос, как вы слышите эту информацию? Лидых Мошажукурботы, как вы ее располагаете в своей осознанности принять в свои источники основ? Лидых Мошажукурботы, и когда вы начинаете с этим работать, Мошажукурбада понимает, для чего в сути информации приходит Мошажукурбада, какие вы картинки в голограмме наблюдаете, и как вы ресурсно до Жукужукурботы приходите к новым потокам, зависит от вашей осознанности. Лидых Масандимишикада, и человек-наблюдатель Бужукурботы начинает активизировать эти формы настолько, чтобы принести в свою жизнь что-то новое. Лидых Масабада, а что-то новое — это опять же развитие Межукурмашабада. Вы берете новый источник программы, соответственно, развиваете свои Дужукурботы, ресурсные энергетические поля. Лимашикада, взращиваете осознанность, взращиваете состояние матричных программ. Лидых Моды, а это есть ваше развитие, вибрационный код, расширяет свои параметры основ работы и, соответственно, дает вам новую жизнь. Самый популярный вопрос, который набрал больше всего голосов, это какой же самый ресурсный способ поднять и удержать вибрации. Мы об этом поговорим чуть позже, когда мы будем запрашивать по каждому инструменту, и вы сами это поймете. А сейчас хочется спросить, поднятие или снижение вибрации запрограммировано матрицей, запрограммировано вот этим событийным рядом, или это и есть свобода выбора человека? Линза Моша Жукурбота. К сожалению, а есть источник, который дается вашей душой к вашему аватару быть проводником Дзамашагарбата и сопровождать вам в мысли пакетах Мошажукурботы и ресурсно вам по событийному полю давать обменные поля в работе Мошажукурбота. То есть все события во времени, они прописаны. Лидых Мошажукурботы. Но вы осознанное существо, бежик Мошажукурбота. Вы каждое событие и каждую ресурсную программу можете воспринимать иначе, глядя на один и тот же предмет. Лидых Мошажукурботы. И вопрос возникает. Ваша осознанность Мошажукурботы. Насколько вы ресурсны сами и насколько вы ресурс на сегодня можете выводить свою осознанность и поля с учетом знаний Бужукурботы, с учетом приобретенной формы в качественной основе. Лидых Месинты Мишакурботы. И что происходит с человеческими состояниями? Лидых Мошажукурботы. Ваше ресурсное состояние. Бит или Масинты Мишакурботы. Как вы определяете для себя? Бисинты уже коды. Естественно, путь вам прописан. Римаши Мишакурботы. Но осознанный подход дает вам усилить состояние качественной матрицы Бужукурботы и пройти это состояние более в качественной форме. Лидых Мошажукурботы. На каких эмоций, в какой форме работы в виде аватара, межикрмада, с каким сознанием, зависит от вас. Лидых Мошажукурботы. Ведь матрица вам дает все программы обеспечения именно в той форме, на что вы готовы в восприятии на сейчас. Лима Сабата. Готово сознание воспринимать по вибрационному активу? Вы как инструмент, как вибрационный носитель, готовы вы латать на земле здесь и сейчас определенные программы Дужукужукурботы. Соответственно, вам Высшая Я подает мысли формы, и вы начинаете изучать этот мир. Мир иначе выводить свое поле. Лидых Мошажукурботы в более качественную, более энергоемкую форму. Дима Сантимиды Мада. Но при этом события не прописаны. Бежукурбата. Глобальные события Бежукужукурботы. То, что вы приходите сюда в человеческую форму, должны пройти. Они прописаны в ресурсе времени. Как вы пройдете в своей осознанности, зависит от вашего вибрационного поля. Бывает так, что Высшее Я отправляет сигнал, дорогой мой друг, поднимай вибрации, иди там практиками занимайся, голодание практикуй, но человек отказывается это делать. Динды Масахада. Как он может отказаться, если мыслеформа пришла? Лидых Машакада. Каждая мыслеформа, которую человеческое сознание получает, это ваш Бужукурбота, дорога жизни. Лидых Мошажукурботы. Вы работаете как существо осознанное через мысли-пакеты. Мисинты Мада. К вам пришла мысль, вы начинаете делать действия. Лидых Мошажукурботы. Поэтому не должно быть противостояния, если вы мыслеформу получаете, вопрос готовности. Вы можете получить Мошажукурботы определенный мысли-пакет и не готовы сформировать новые базовые основы, потому как недостаточно вибрации. Лидых Мошажукурботы. Но когда поступает информация и вы включаетесь в этот процесс, соответственно, события, прописанные в поле, в осознанности начинаете вести Бужукурбота в физическом состоянии. Лидых Мошажукурботы Мада. И что здесь важно? Бужукурбота. Вы берете информацию, то, что в мыслеформах приходит от Высшего Я, Лидых Мошажукурботы, и начинаете активизировать в своей форме сознания таким образом, Бужукурбота, насколько готово ваше сознание воспринять и залатать эти коды в состоянии жизни. Лидых Мада. Отсюда и называется ваша качественная жизнь. Бужукурботы. Насколько вы воспринимаете, настолько и эти исходы воплощаете в жизнь.
Могут ли при высокой вибрации остаться болезни? И на каком уровне вибрации перестаешь болеть вообще? Динда зимася маша жукурбота. Если ваше вибрационное поле активно, в качественной форме, без опломб тела, работает энергетическая суть, целостного характера имеет свою основу. Ледых маша бата. Человеческая суть вообще может не заболевать. Ледых маша бата. Но вы эмоциональные существа и без жукожукурбота. И каждая неотработанная эмоция, она естественно несет свой исход. Маша крабат храбата. Если вы вдруг впали в эмоцию по каким-либо событийным полям, даже и не отработав энергетически, не проговорив ее, либо эндомашрабата, энергетически не отработав те поля, естественно, эта опломба усаживается в организм. Димашхарбашхата. Эта опломба начинает энергетическая. Опломба расти, бужукужукурбота переходит в физическую форму, и отсюда заболевание дает свой рост. Лидыхмаса машхарматхата. Затем требуется исцеление, требуется опять же энергия, соответственно, джикамашрабата. Требуется наработка энергопотенциального поля, чтобы исключить эти коды и невзгоды. Лидыхмос эндемиш, жукозы мада. Но если человек, постоянно занимающий в практиках мажужукурбота, осознает, активно работает мажукурбота своей осознанностью, вибрационно растет мажукурбашхада, и этот мир воспринимает иначе божукурбота как осознанное существо, естественно, эти опломбы не будет иметь стати в основе. Мажукурбота, естественно, человеческий организм начинает мажукурбота переформатировать даже клеточный уровень настолько, что вибрация качественных форм не берет даже малые дозы мажукурбота, те же грибки, либо патологические созидания сфер мажукурбота, хурбота, то, что в эфире находится в общем поле. Линмасрбата. Я сейчас говорю о тех патогенных флорах мужикурбота, которые возникают в постоянной пище, бужикурбата питье, бужикурбота в вашем эфире, в пространстве находится. Линмасрбаты также отражаются на вашем здоровье. Лидыхмошрбота. Поэтому при высокой вибрации, при качественной структуре, при энергопоточности, при рабочих чакральных зонах, лидыхмошрбота, при не имении блоков мосен и машахарбата вы можете вообще никогда не болеть. Но у каждого есть опять же срок. Мошкурбошхарбота срок, который начертан каждому, он неизменим в виду масхарбашкады. И в зависимости от вашей вибрации, на высоких полях, вы на низких проходите. Лида машакада. Срок системы бытия на Земле у каждого прописан сразу. Лидах машарбата. Вопрос в другом, как вы качественно пройдете эту жизнь, держу кожу курбот, либо ресурсно для себя в осознанности и познаете качественную матрицу высоких плотностных форм. Лидах машарбата. Сабата. Либо вы пройдете бужукурботы. Согласно стандартной форме, то, что прописала вам душа, бижукурбота максимально возможно для вас. То есть, если подытожить, только подъемом вибрации от болезней уже существующих не избавиться и не защититься от появления новых. Единственное, с чем это поможет, это вирусы и грибки. Дизентелемаса, моши, жукоз, ходы. А если говорить о системе заболеваемости, то она приобретает форму согласно тому, как вы эмоциями отрабатываете свои основы. Прощаете ли вы, джукурбош ходы, принимаете ли, джукмаш рабата, в терпении ли находитесь, мужукурбота, вырабатывая какую-либо энергию в потоке. Лидах масса мишарбата. Не отработайте, соответственно, тело дает блок. Лидах мошрбота. Но если вы постоянно занимаетесь своим энергоресурсным состоянием, целостной работой мошрбота, вы никогда не приобретете суть заболеваемости. Вы ее приобретете только в том случае, когда нужно аватар отключить. Мошрбота. И в зависимости от формы то, что выбрала душа, божужукожукурбота, от какой формы до мошрбота и при каких событиях отключить вас как аватар на земных программах, тут уже зависит от опыта души, то, что она вам прописала. Есть ли вибрация у фантомов? И если да, то какая средняя? День дежукозых мета машрбата. Естественно, вибрационный фантом имеет свою вибрацию только в определении определенных полей программ. Лидах машрбата. Если фантом приходит, отрабатывает определенные вибрации, соответственно, дежика машрбата. Максимально на сегодня работа фантома составляет мужикурбота до 6500 месяц жбата. То есть это самый высоковибрационный фантом, который максимально может выдать энергию качественную для созидательных полей. Лимаши-жимаши-рбата. И любой фантом имеет свою программу бужукурбота. И на этой вибрации определение программ выводит в коды для человеческой основы для того, чтобы вам отработать материал. Ледых мошежукожукурбота. Но при этом фантомы бывают разные. Бывают мошежукурбота с низким полем основы, бывают со средним, бывают с высоким, так же, как человеческие фон основы. Мишекурбата. В зависимости от куратора и программ, заложенных в дужукурбота в данную стать фантома, естественным процессом ведет свою работу. Что делать, кроме практики питания, если вся семья на разных вибрациях, и как их уравновесить, потому что у человека происходят затраты энергии? Зинтеза масахада. Коль вы попали в это поле бужукожукурбота, соответственно, у вас есть задача перед исходом. Лидых мошрукода. Коль вы вырабатываете эмоции, соответственно, у души есть задача наработать их. Лидых масса мишхада. Если вы в осознанном состоянии понимаете, для чего какая стать к вам пришла, бужукурбота, и составите с энергию в потоке бужукурбота с теми людьми, которые окружают вас,
вас. Осознанным подходом, своей вибрацией, высокой мощью, силой возьмете лидых Маш-Рапата. Естественно, вы либо выполните задачу, выведете их на более качественное структурное состояние, либо отработаете низкие поля, которые необходимо душе отработать в состоянии событий. Лидых Маш-Жукожик работы. Здесь зависит от задач, почему к вам люди эти приходят, Маш-Рапат, почему они вам определение информации несут, уже работы выводят вас на эмоции. Это все прописанные режимы каждой душой для того, чтобы отработать определенные энергокоды. Лидых Маш-Рапата. Но осознанный подход чем качественный? Бижи-Рапата. Есть ли реакция у вас на деструктивное состояние или нет? Зависит, опять же, от вашей вибрации. Мижик-Рапата. Да, события проходят. Маш-Рапата. Можно санкционировать, а можно в наблюдателе пройти Бижи-Рапата и Басамада и в молчании активизировать свои созидания, Дужи-Рапата вести этот путь. Лидых Мосандумода. Не цеплять матрицу деструктивного характера и, соответственно, выводить коды на более высокие состояния статей. Лидых Мада. От чего это зависит? Мужик-Рапата. Естественно, от вибрационного поля. Мисинта Масхада. Я на пониженной вибрации, соответственно, я матрицу беру низковибрационную. Я эмоционирую Дужи-Рапата согласно Басили-Миши-Рапата той матрице, которая мне дается по событию согласно моего исхода. Лидых Миши-Жукожик-Рапата. Если на высоких полях, я беру качественную основу. Любовь, чувство, благость выделяю. Лидых Маш-Рапата. И весь наблюдатель веду этот путь. Расскажите, пожалуйста, подробнее про резерв. Что это за понятие? У всех ли есть резервные вибрации? Дозинти Мишимада, в вашем времени на сегодня колоссальные возможности у человеческого созидания в том, что биты же кожик работы. Вы находитесь в опыте. Мисинты Маш-Рапата. Вы осознанно можете перейти с одного на другое пространство. Лидых Маш-Рапата. Если ранее только вам доступы были в Джукурбош-Рапата через медь пройти в новые основы кодов Мосады Башхада, то сейчас в вашем времени Джукурбота на вашей голограмме, Джукурбота на Гае даются такие Джукурбош-Рапата активные коды, которые дают возможность осознанно пройти эти пути. Мишика Маш-Рапата. То есть закрыть старые программы, перейти к новым формам. Лидых Мисинты Миши Маш-Рапата Диды Замада. И если вы будете работать над собой, естественно, получаете материал более качественных программ, и старые программы, они остаются какие-то в памяти. Вы, понимая, осознанно воспринимая эту суть, Мужик-Рапата, двигаетесь по этому пути и понимаете, что вы проходите разные жизни, разные основы, разные энергии, Башкарбата, разные качественные состояния. И что вы был один ранее, а стал другим. Лидых Мада. Это все происходит в осознании Джукурбота. И качественные основы, естественно, имеют новые формы. Лидых Маса Миши-Жукожик-Рапата. Вопрос в чем? Дужи-Жукожик-Рапата, Мита Маш-Рапата. Выбрала ли ваша душа этот опыт качественного состояния или нет? Мосата Маш-Рапата. У всегда есть у монады потенциал. То есть душа имеет опыт наработки Бижи-Рапата определенной энергии в потоке. Лидых Маса Миши-Жукожик-Рапата. Естественно, монада выделяет по готовности аватара определенную энергию, дабы вы проходили этот опыт более глубоко. Лидых Моши-Жукожик-Мита, Бита или Маса Маш-Рапата. И что происходит далее? Лидых Мисинты Маш-Рапата. Вы нарабатываете опыт, вы проходите в новые программы, испытываете новые эмоции и так далее. Лидых Мисинты Маш-Рапата. Но во время перехода Басинты Маш-Рапата не каждому дано осознать и понять свою суть Маш-Рапата, потому как осознание находится в едином формате поля. Вы берете старые программы и новые, и при этом вы начинаете качественно в опыте проходить Маш-Рапата, что мне новые программы более идут, они более комфортные, они более гармоничные со мной, я хочу жить в этой Маш-Рапата, в этой матрицы, которые на сегодня мне дают новые программы. Лидых Мада. И человек начинает более активно развиваться и выходить на эти новые уровни. Лимас Хада. Забывая старые программы и выходить из них вовсе. Забывать старых людей, которые были актуальны в Жукурбота. Забирать Басамас Харбата. Духонцухоны Жукурбота. Забывать все привычки, которые были ранее актуальными в априори. Поэтому человеческая суть в замене материала в основе в полном аспекте созидания для себя. Лидых Мисинты Маш-Рапата. Вопрос, прописаны ли эти поля? Бижи Жукожик-Рапата. Прописано состояние потенциальной работы Маш-Рапата. При наработке ячейки в монаде сложены определенные программы ваших информационных полей, которые позволяют вам двигаться дальше. Бижи Жукожик-Рапата. Расти и качественно выдавать эти основы. Лидых Маш-Рапата. И когда душа нарабатывает колоссальный опыт, и вы в реинкарнации проходите, берете эти коды Маш-Рапата, используете эту энергию, естественно, есть в этом потенциал. Если вы как осознанное существо Жукожик-Рапата включаете эти программы и активно идете в работу, соответственно, вы получаете эту стать и дальше развиваетесь в истоке. Лидых Маш-Рапата, Маса Мада. Но бывает так, что сознание сразу включается в Жукожик-Рапата, либо за это короткое время не включается в исток и проходит опыт, и после того, как Маш-Рапата вы получаете смерть, переходит уже на другие уровни событий. Лимас Хабата. Но здесь уже не в осознанном состоянии, а через смерть, через реинкарнацию, Жукожик-Рапата через наработку поля, через адаптацию материала программ вы переходите в новые формы. Димас Инты Маш-Рапата. И как раз время перехода, когда Жукожик-Рапата, душа планирует, она вам показывает эти формы, как можно существовать
существовать иначе, вы либо берете, либо нет. Мажрапата, либо включаетесь, либо нет. Либо достаточно потенциала, либо вы развиваете энергию для того, чтобы выйти эти в качественные основы. Я думаю, это был ответ немножко не на тот вопрос. Человек интересовался, что же такое резерв и у всех ли он есть. Линзы Маши Жукада. И переходим к резерву далее. Держи же кожу к работе, то есть есть потенциальная работа. Бизин или Маши же кожу к работе с антемиссией Машрапада. Вы берете эти новые программы, бизин же кожу к работе, которые вы осваиваете в потоке, бизин ты масс антемашрапада. И что происходит далее? Вы накапливаете, максимально берете эту новую матрицу, новые программы, новые знания, бизин кожу к работе. И их же нужно раскрыть, мы же камашрабат. Эти программы нужно респектировать и, соответственно, создать себе новые базы. Ледах можешь же кожу к работе. И что происходит дальше? Человеческая суть накапливает резервные энергии в свои монадические основы для того, чтобы респектировать эти коды и познать глубину этих знаний. Лима самада, и если коротко говорить, что такое резервное создание, которое человек собирает, можешь же к работе, а максимальный резерв в человеческой форме обрести в своей основе составляет также 10 200 мегагерц, мужик работает как единица параметра основ. Ледах масса Мишрапада. Этот резерв используется согласно новым матричным программам, которые человеческая осознанность познает вновь. Ледах можешь работать в глубине, познать более качественные основы. То есть мужик Мишрапада резерв дается для того, чтобы активизировать формы новых знаний, новых матричных кодов, новых программ. Лима Шарпата распектировать именно в глубине, в состоянии мужик работы получить максимально возможные знания и применить их в работе. И вот такой пример, если у человека 10-200 основная вибрация, и он еще накопил там 5 или 7 тысяч в резерве, и происходит какое-то событие или вырабатывается какая-то эмоция, откуда вначале происходит списание? Сначала оно происходит из резерва или из основного? Дин дежу конца метахана, смотря какая программа. Дежу кожу крубоши кода. Если базовая программа, дин дежу кожу крубота третьего формата, она может списаться с фундамента основ. Лидах миты, биджин маши хружу крубота, бисихада. Фундамент – это основная энергия, которая дается максимально для каждого человека 10-200 МГц в параметре. Лидах мошу крубота. Но если это уже происходит эмоция по новому источнику, по новым программным кодам, новой матрицы, Мижика Машрапата. Соответственно, Бижик-Жукурбот энергии берется с резервного созидания в потоке Бижикарбата, нежели с фундаментом. А можно на каких-то двух примерах рассказать, в каком случае будет списано из фундамента, в каком случае? Дин демаса мишакарбоши жукожук работы. Программы могут быть разные. Например, вы проходите семейную жизнь. Лидах моши жукоробош работы. И вы повторяете одно и то же событие, может быть, с разными партнерами, но одну и ту же энергию в семье прокачиваете, не можете выйти из этого круга сансары. Лидах маса мишакарбоши работы. К вам пришла деструктивная очередная отработка масантымаш работы. Этот энергия начинает быть ведущей, божик работы с фундамента списывается в основе, потому как она текущая, постоянная, она отрабатывается в обменном поле и, соответственно, создает вам базовую основу. Ледах Маши Бата. Либо другой пример. Мизи даже кожа к работе. Например, вы влюбились в нового партнера. Дима Сантимиша Карбаш Рабата. У вас новая любовь, новое качество, новые чувства, состояние, эмоции и так далее. Миша Карбата. И вы раскрыли новое состояние в себе. Вы влюбились в мужик работы. Иначе посмотрели на источник мужик работы. Вы получили новую энергию. Лидах масса Мишакада. И тут у вас происходит деструктивное какое-то состояние проработки эмоций мужик работы. Оно новое, оно не свойственно вам, оно в новом потоке. Лидах масса Мишакада. И как раз за счет энергии резервных, наработанных в полях, мужик работы, вы отрабатываете эти энергопотенциальные формы, которые в новом опыте, в новом состоянии эмоций вам даже крабат, спланированы душой в этих полях. Дома сантимиши же кожа крабата. Разница в чем? Бижа крабаш крабата – текущее состояние постоянной работы, когда вы повторяете одни и те же события, бижа крабата одну и ту же энергию прорабатываете, с фундамента берется, лидах масса бата. И когда вы в новые программы входите, в новые чувства, эмоции, в состояние, бижа крабата, открываете, например, творчество, лидах моши же кожа крабата, тогда этот резерв уходит на исток масрабата с новых программ, с новых дожек работы структурных матричных кодов. Еще буквально несколько вопросов перед тем, как мы перейдем к списку инструментов. Какие основные характеристики высоковибрационного человека вы могли бы выделить? Дин демаса машахада. Каждый из вас живет в этой жизни бижикужикурбошикурботхада. Наблюдателем является каждый. Лидах маса машарбата. И когда-то в определенное время является человек, либо ваше окружение бижикужикурбота активным процессом вашей жизни, дает информацию, дает знания, активно играет роль в работе. Лидах машарбата. Они для вас активны, как существа. Лидах машарбата. Но это, опять же, согласно времени. И вы замечали, что постоянно меняются эти коды. Машахада. Приходит один человек, заменяется другим.
Лидер мозга жукожек работы. Почему это происходит? Почему формируются такие поля основ в разных кодах времени с разными людьми? Лидер мозга интимиш работы. Потому как ваше состояние сознания, оно растет в разных состояниях находится. Лидер мозга жукожек работы. И ваши сущности, как энергосущество, бежек работы, ходы, душа заказывает различный опыт. Лидер мозга жукожек работы. Вы начинаете брать то одно, то другое в источнике межакробат прорабатывая эти энергополя. Ледах мостинти межжукозых моды. И что происходит дальше? Вы нарабатываете опытом, вам во времени тот либо другой исход человеческой сути межакробата приносит информацию, отрабатываете энергии, бежукожукурботы, приходите в новый поток, и это есть событийное поле. Ледах масса машахарбата. Это событийное поле, оно расписано сполна. Бежукожукурботы, ваша осознанность бесит и машахарбат. Находится во времени тогда, когда необходимо получить бежукожукурботы данный ресурс энергии с любым исходом бажарбата. Приходит именно в то время человек, бажарбата, отрабатывается энергопотенциал, который запланировал вам душа. Ледах масса межхарбата. Могли бы вы выделить какие-нибудь 3, 5, 10 основных характеристик, когда можно с уверенностью сказать, что это высоковибрационный человек? Или по себе, чтобы можно было судить, что если у меня вот эти пункты есть, то значит я, наверное, высоковибрационный. Линзинь джукон цимада. И что происходит далее? Бжика машрабада. То есть вы встречаетесь с людьми, вы в общении, в контакте, в эмоциях разных форм. Лидых массантимиши жукожек работы. И вы по своей осознанности считываете все эти параметры основ человеческой сути, бжикурбош хода, согласно тому, как сознание воспринимает эти коды. Ледах мисинты машрамада. И если вам интересно, бужукруботы, если вас эта энергия заводит в состоянии активной формы работы, вы понимаете, что вас тянет к этому сегменту в ресурс мужукрубош работы, для вас это потенциальная работа. То есть этот источник дает энергию и дается настройки активную работу. Ледах масахада. Если вы понимаете, что неинтересно мне бужукрубота, мужукрубота, что мне хочется уйти от этого человека, мужукрубота, потому что я не получаю информации, знаний, бесит уже кожу работы. Мне просто неинтересно находиться в этом поле, соответственно, эта энергия уже отработана. Без синтемашрбата. Она для вас не ресурсна, не актуальна. Ледах масабата. И как вы можете для себя определить? По чувствам, по эмоциям, по отзыву сердца своего. Ледах мошежу кожу работы. Либо отзывается, либо нет. Мижика машрбата. Либо чувствую, что есть потенциал, есть интерес, есть активная работа, соответственно, развивает события дальше. Лимбу сантимижу жукозых мита машрбата. И по ощущениям, насколько вы готовы воспринимать качественные структурные энергии бжика машрбата, вы должны определить для себя так. Есть интерес мужик работы, есть эффективная работа в качественной основе. Я развиваюсь в этих полях мужик работы. Я через эту информацию получаю активность в поле без машхарбашхарбата. И мне хорошо. Я понимаю, как человеческая стать. Дожик работы, что я расту в своем опыте. Миссинтемада. Благий процесс. Актуальный. Божик рубашек работы. Берите инструменты и дальше выводите коды. Миссинтемасхарбата. А вообще прислушаться к своему состоянию, это основные параметры. Божик работы. Как вы можете понять, истощают ваши источники или нет, вы сможете сориентироваться и по телу, и по состоянию сознания, по состоянию эмоций, чувствам, даже кожи круботы, по энергосостоянию своего общего поля. Ледах месинты машрамашхарбата. И, соответственно, согласно телу, сознанию, эмоции, определить для себя. Как по телу понять потерю вибрации, например, там усталость или что-то? Дизин по жукожу курботы. Тело начинает создавать некие блоки, мажикрамашрпатхарбата. Например, у вас организована встреча с человеком, который вам не несет определенной стати. Лидых муж жукожу курботы. Тело начинает отягощать, заземлять мужик работы. Клетка начинает противостоять энергопоточности. И если вы чувствительно прислушиваетесь к телу, вы обязательно это определите для себя. Мужик работы. Либо вообще может дать какой-нибудь несгод и какая-нибудь опломба, тут же вскрыть свои показатели. Либо проявится давление, тошнота, бужукрубата, либо какие-то другие формы, которые будут препятствовать возникновению качественного состояния ваших событий бужукрубота по событийному полю. Ледах масанди миши жукурбота. Соответственно, душа активизируя заземление тела бужукрубата, не дает возможности выйти в эти нересурсные поля, дабы скачать эту энергию для себя. Линза миши машхарбата. Но если вы дожукурбошхурбота, опять же, живете от эмоций, либо программа ума, басабашхада, здесь зависит индивидуально. Ледах мощи жукурбота. Прислушайтесь к своему состоянию сердечного обихода. Машхарбата. Есть ли отзыв или нет? Мужикурбота. Либо к осознанному. Дымаса машхарбат. Насколько мне это полна информация? Насколько она дает мне благость? Мужикурбота дает мне ресурсное состояние?
состояние в потоке. Лидах Масхаль. Очень важно слушать себя, свой мир. Лидах Машабата. Вы, человеческие существа, вы активно работаете на пространстве, даже кумаш работы, и постоянно лицезрея, вы тратите энергию. Говорите слово, вы тратите энергию. Межикар Машрабата. Подумайте о себе. Месенты Масхарбашкада. С кем вам встречаться, с кем вам общаться? Вам и тело, и разум, и эмоции подскажут. Можу же кожу курботы. И там, где развитие, там, где информационный поток, там, где бжикамада, вы чувствуете благость и качество, естественно, вам идти туда. Лидах Моши Рупота, где тело само ведет в исток, муж же кожи курботы на активную форму работу, месинты масса харбата, ведь душа запланировала качественное созидание, муж же кожи курботы, и вы осознанно можете подойти к своим состояниям источникам только через свои ресурсные ощущения. Лидах Моши же кожи курботы, наблюдая их в своем потоке, масса машхарбат, какой человек, какую роль несет для вас? Есть ли какая-то максимальная разница в вибрации, при котором двум людям будет друг с другом интересно общаться? Например, два друга, у них какая-то есть разница в вибрации, у одного, например, там 6 тысяч, у другого 8 тысяч, они общаются. Как только кто-то ушел выше, например, там 9 тысяч, им становится неинтересно общаться. Вот какая это разница? Динды Маши Машрбатов, 1500 единиц уже ощущаема разница. Дима Сантимиша Рбота, но коль вас заложили в события и в определение поля, соответственно, кто-то кого-то должен эту же Рбота повести по какой-то качественной дороге. Миша Рбата, кто-то должен быть ведущим, и, соответственно, ваша либо кармическая связь, либо событийная поле свело для того, чтобы поднять определение вибраций каждому из вас, либо научить в опыте. Лима Санты Машрапота. Но чем больше разница вибрационная, качественная форма Бышика Машрапата, эта разница увеличивается, тем меньше интересно становитесь и в партнерстве, и в работе, и мужик-рубота, и по всем параметрам программ, которые даются в исходе. Литых Мошижукозах Мита Машрапата. Поэтому и люди собираются на вибрацию Бышик-рубота. Они тянутся именно к тому источнику, который вибрационно дает качественные формы. Месинты Машир Машрапата, от которого вы получаете знания, бжикрубота, которые меняют вашу жизнь кардинально в истоке, мышикрамашикрубота, хмасабита, где ваше сознание чувствует активно и в потоке для того, чтобы существовать более благо для себя. Лидах маса мишербата. Естественно, вы стремитесь всегда к лучшему, вы ищете друзей более бжикрубота качественной формы, вы ищете вышикрамашикрубота партнеров по бизнесу более ресурсных в состоянии, бшикрамашикрубота, вы ищете себе партнеров более ресурсных по созиданию в любых качественных программах. Лидах мада. Но при этом вы тянетесь к лучшему. Лидах мошировода. А почему это так работает, Масрамада? Потому что вы идете на энергию, бисинты Машрабада, на энергию, где больше, чем вы, нежели сами. Дима Сахада, почему складывает вам этот опыт душа? Для того, чтобы опять же вас развивать. То есть в такой вот дружбе, где у одного там 6 тысяч, у другого 8 тысяч, тот, у которого 8 тысяч, ему будет неинтересно, но... Дизинты Масахады, но при этом он какую-то роль для вас выполнит для того, чтобы созидать вам дальше поля, бжик-жук-рботы. И он будет источник себе искать там, где ресурс более глубокий, бжик-маш-рбата, но при этом делясь информацией по кармическим связям, по каким-то долгам прошлых воплощений, он естественным образом выведет вас на качество. Согласно этой логике, человек с вибрацией 10 тысяч может, в принципе, общаться с человеком вибрацией 5 тысяч, просто... Дизи Масапата. Смотря для каких определенных задач, какой человек приходит к вам. Лидах Мошрапота. Бывает, что на разовые события вы подняли вибрацию, дали знания, какой-то бужик-рубот, информационный поток создали, и вы выполнили в этом роль. Лидах Машижик Машарбас Харбата. И такие роли могут быть разные, качественные, однодневные, единовременные, бужик-жук-рботы, но при этом они несут для других источников какие-то качественные энергоформы. А в таком общении человек, у которого вибрация выше, происходит ли какая-то потеря или заземление? Дижи жукозык, моши жукурбоши хода. Происходит обменное поле, потому как человек включается в состояние активной работы. Он начинает задавать вопросы. Соответственно, даже машхарбат. Соответственно, развитие начинает дужу курботы вести в опыте через вопросы башкарбаты в получении ответа на потоки. Миссинты машхарбаты. И каждый из вас начинает в своем ресурсном состоянии развиваться. Лидах мошрапот. Выстраивать обменное поле, соответственно, даже карбата. Обменное поле – это ваше, опять же, качество. Немножко непонятный термин «обменное поле». Еще раз, вот два человека и общаются. Обменное поле. Боже жуко жукру, боже жукру, боже хонцы, мидахада. Пока вам интересно во времени, это называется обменным полем. Лима Шарбот, как только вы отработали энергию потенциальную в работе, в источнике каждого из вас, боже жукру, боже, это поле закрывается, вы каждый находите свою дорогу. Приведем такой пример. Человек работает на работе где-нибудь там в банке или в какой-то сфере услуг. Он поднял свою вибрацию до небес, но ему каждый день приходится общаться с людьми, которые гораздо ниже его по вибрации по работе. Происходит ли в этом случае потеря энергии, потеря вибрации у этого высоковибрационного? Смотря какая задача у состояния аватары имеется у этой души. Лидах мошеру бошхурбота. Если эта душа заземляет с помощью клиентской базы свою основу, соответственно, бжикрбат проходит
делает какие-то энергопотенциальные работы для того, чтобы наполнить ячейку в базе. Миша Жбашхад, ведь человек попал на эту работу не просто так. Мы же к роботу, к нему пришли и обратились люди не просто так в источники. Вызвали на эмоции, соответственно, идет энергетическая работа. Ледах Масенди Миша Жуку работы. Но когда человек вступает в обменное поле, разговаривает, Машерпат, человек получает благость, удовлетворительный ответ Миша Жуку Жуку работы. Естественно, от этого человека исходит благость, состояние энергетических кодов, и происходит настройка Масенди Миша Жукурбата, и каждый из вас получает благость. Ледах Мошерпот. Бывает и наоборот, Мошерпот, любая информация, она может быть негативного характера, опять же, для отработки материала энергии, который запланировала душа. Ну, например, там служба поддержки по телефону, туда звонят все с какими-то негативными эмоциями, человек за день такой работы очень сильно потеряет... Дизи Машкан, как правило, фантомы работают на таких статях. Хорошо, и мы подошли к самой интересной части этого ченнелинга, когда мы спросим Хамилию про разные инструменты пополнения и потерь. Начнем. Динда Масахада, я предварительно скажу по вашему бужукурботе басенди мишхурботе, по вашему обиходу человеческой форме. Бизинда Масахада, чтобы люди понимали, что бужукурботе, все, что работает в этом мире на исток мусарбашхвата, то, что вы вкушаете, то, что вы используете в энергетическом потенциале своих работ во всей матрице, имеет свою значимую программу. Линза Масахарбата, вы посмотрели, затратили энергию. Бужукурботе, вы насладились определенной красотой, например, посмотрев на океан, вы испытываете чувство глубокого благостного кода. Вы наполнились. Миша Карбашрбата. Вы сказали мат, вы дужукужукурбота. Вы исчерпали свои возможные формы. Лидах Масабата. И жизнь настолько разнообразна, что вы испытываете разные эмоциональные состояния. Лидах Мошужукурбота. Но при этом Бисинты Машахарбата, при использовании осознанного состояния знаний, Лидах Мошурбошхурбота, какие формы усиливают возможные энергетические потенциальные работы? Миша Карбата, какие занижают параметры, естественным образом вам нужно знать. Лидах Машарбата. Поэтому дужукум работать. Задавайте вопросы, бих масахада, проходите эти знания, применяйте их для себя. У меня получился список из более чем 60 пунктов. Он совершенно произвольно отсортирован. Я начну с самых известных инструментов пополнения. Сколько в среднем может пополнить вибрационно-чакральная гора? Линзы Мишакарбата. Вернемся к тому, что максимально может пополнить человека в системе вообще бытия. Нога и Бужукурбота, да, получить максимально возможные энергоформы. Линзы Машарбата. Это состояние Бужукурбота гор, чакральных гор, Басанти Машарбат. Потому как Гая также имеет чакральные системы, так же, как и вы в существовании. Лидах Мошерпота. И абсолют выделяет эти энергии в потоке, дабы вам существовать здесь и сейчас. Мишакар Машарбата. Чакральных гор всего 7. Бишакар Машарбата. Это самые энергоемкие Бужукурбота инструменты для эффективности человеческой формы. Лидах Машарбата. Побывав на горах Мушукужукурбота, вы можете обрести коды максимально возможные для энергоемкости своих мушукурбота, ресурсных изменений в потоке. Лидах Маса Машажукужукурбота. Горы расположены в разных территориях. Миссия Машарбата. Их всего 7. Они каждый Дужукурбота выполняет свой функционал для определения задач на Гае по определенным программам человеческих форм в том числе. Лима Сантимишарбата. И когда вы бываете на горах, мы же уже кожу грубой шарбот, мы говорим сейчас о чакральных, вы наполняете именно ту стать, которая Бижика Машарбата дает вам возможность активно развиваться. Мишарбата. Самый высоковибрационный инструмент на Земле – это именно чакральные горы. Ледах Масакада. Если говорить о территориях, где горы просто расположены не как чакральные центр, но при этом имеет свое иллюзорное состояние либо энергетическую суть. Лима Шербата. И горы очень часто в территориях используют как силы, мощи, активы. И если вы гуляете по горам, и вам нравится наслаждаться этим воздухом, просто быть мужикурбота, либо в практиках работать мужикурбота, либо ходить по земле, по горам, вы обязательно обретете силу. Лима Шужукурбот. Потому как система гор в состоянии источника Бужикума Шербата на территории имеет силу мощи мужикужукурбота. То есть через горы вы наполняетесь, активизируете свои коды. Линза Маса Машхада. Второй самый активный сегмент для источника энергоподачи человеческой стати – это порталы. Лима Сахарбата. Порталы также бывают разные. Бижукужукурбошукурбошукурбота. Порталы бывают, самый основной – это источник вероисповедания бижукурботы. У вас на территории – это эгрегор православия основной. Бижукурмашурбата. Также все источники вероисповедания, как эгрегоры, они работают активно на определенных территориях, имеют свою стать для человеческой формы. Линзы Машарбата. Но по источнику наполнения самые активные именно вибрационные поля вы можете получить именно там.
Ледах мисин ты маш ракада. Также природные состояния. Бисит же мат харбата. Воздух не просто дан. Бижикар маш рбата. Вода не просто дана. Солнечная энергия и земля тоже не просто даны вам. Ледах маса маш рбата. Это те источники систем, которые в природном состоянии вы в повседневной жизни можете употреблять, энергетически накачивать свою стать. Линзы мишижу курботы. Как с этими основными истоками работать, мужика маш рбата? Естественно, вы получаете знания, бижикар курбота, кто-то в практиках, кто-то в молитвословах, кто-то дыша, просто в состоянии своем без машхарбата получают эти энергии поля. В зависимости, опять же, от вашего уровня сознания и дежукурмода вы можете активизировать эти формы. Линзы масса-масса дежукурбота. И инструментов очень-очень много, которые могут также вас восполнять, но я назвала три основные дежукурбота источника дорог, которые восполняют качественные энергоемкие, которые вы можете каждый использовать на своей территории и, соответственно, дежукурбат получать от этого плоды. Спасибо большое. Итак, сколько в среднем может дать однодневное или часовое пребывание рядом с Чакральной горой? В зависимости от Чакральной горы, Бужукужукурбот, Чакральная гора может дать в среднем от 1500 до 2000 Мужукурбота мегагерц, и при том эти коды усваиваются настолько в основе, что они на всю жизнь вам будут годны. Лидых Маша Машхвада. То есть человек усваивает, раз побывав на горе Бужукужукурбота, если еще энергетически проработав в практике, естественно, получит благий качественный исход. Лидых он уже Курбот. Вопрос вашей осознанности. Либо вы просто погуляете и получите определенную энергоемкость, либо вы в практиках проработаете и получите более активную форму работы. Если мы берем просто горы, которые распространены по всему миру, не чакральные, сколько там можно попасть? Дин дымаш же кожу круботы, миссин дымаш рбата, босса дебата. До 500 мегагерц в состоянии просто прогулок вы можете получить для себя. Миже кожу круботы 750 максимально можно взять из источника при наработке поля в басаматов, практиках, в дыханиях, в своем состоянии. Нахождение на природе. 1 час прогулок по какому-нибудь лесу. Дин дымас хада. Гуляйте обязательно. Бужу кожу круботы. Особенно там, где источник системы зелени активной формы работы, мышкрамашрбаты. Там, где находятся деревья, это души, которые энергетически работают. Там, где находятся минералы на горах, а это опять же души, которые дают эффективную работу. Лидых мошежу козых мита, мисинты машежу кабасхады. И абсолютно каждой природой бужукурботы басармады, каждый сегмент инструмента, он определенный в энергетическом потенциальной работе. Лимасы машхарбаты. Используйте бужукурботы прогулки в ежедневной форме. Бесинты машхарбос хурбот. Потому как состояние природы вам дает силу и мощь. Межжигужику работы. Сколько вы можете получить за час прогулки по лесу, ходящему в обиходе, межжигамашрбата? До 100 мегагерц вы можете активно межжигурбота в виде прогулочного состояния межжигамашрбата для себя познать и активизировать в своих мембранах. Для тех людей, кто живет рядом с морями, океанами или реками, сколько можно пополниться, просто находясь? Динды масамбада. Опять же, интересный вопрос. Можешь же кожу курбот, шежу курботы. Коль ваша душа выбрала такой опыт, и вы находитесь в источнике этих кодов, лимасамашарбата. Если вы едете в отпуск на моря, соответственно, душа дужу курбот истощила свои возможные формы, и вам сложило событие для того, чтобы вы наполнились, и вывело вас в это событие вновь. Лидах машарбата. Если вы живете в постоянном активе, значит, душа выбрала этот инструмент для наполнения мощи силы, активизации, очищения полей бужукурбот в повседневной форме как основную форму работы. Лидых масса машарупошрубота. Океан дает, конечно, колоссальные мощи бужукурбота для того, чтобы определить мощь и силу, активизировать свои формы работы, очистить свои поля бужукурмашрубота. Действительно является активным, глубоким природным инструментом для того, чтобы вас восстановить. Лимашрубота также касается всех природных вод, которые бужукурбота, горные источники бужукурбота, либо реки, либо озера бусантымашхарбошрубота. Они несут за собой свойства бужукурбота, очищение и наполнение бужукурбота в зависимости от территориальных округов. Ну, если говорить языком цифр, в среднем сколько за 15 минут пребывания в море каком-нибудь можно наполнить? Алинзы, Миша, Жикозых, Мита, Машрапат. За 15 минут пребывания в воде живой бужукурбота, Машрапата. Живая вода – это та, которая не дужукода, не застаивается в определении поля. Лимашрапата – то есть тогда, когда течение создается, энергия создается. Мита или масса дежукурбота. Вы, наверное, замечали, что в океане очень больше урбота. Активное течение, либо в морях имеет свою основу. Все энергия, все работа. Лидых масса дежукурбота, Миша, курбота. И чем мощнее структура подана вам, бастантимиша, жимаш, хорбата, тем мощнее вы приобретете. Ледух мошежукурбота. Если говорить о водах, от 30 мегагерц мошежукурбота до 1500 можно приобрести в основе, если в постоянной форме использовать. Минералы и кристаллы. Если просто держать в руке какой-то камень,
можно ли пополнить? Линзами шимашерпада. Минералы – это такие инструменты, которые в третьем формате являются активным для качества. Бжукрубот в четвертом поле, бжукрубот выделяется несколько стадий инструментов. Мажорубот в виде минералов самые мощные, самые ресурсные, которые остаются как программные энергетические состояния. Мажукрубот для пополнения, для основ. Мосамашербашхрубошрубот – это, как правило, те минералы, куда воплощаются души в обиход на землю, приходя вновь. Лидахмасамбижакожукожукрубошукода. Я вам рекомендую аметист. Активно включать в работу мосадимишакожу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 к
очень хорош мужик работа в обиходе мисинты машхада горный хрусталь лидых мисинты лихина жужукозах миты машермас харбата топаз очень хорош сапфир бужукурбош работа белый черный бриллианты активно работают линзы мишин машерпат харбаты каждый минерал который есть в истоке ваших знаний бужукурбота естественно несет энергетическую суть работы линзы машхада но у каждого он свой дижужукозах мита машерпата есть минералы когда души воплощаются для того чтобы пройти реинкарнацию дужукожукурбота мисинты машербаш харбата и соответственно они дают энергоемкость, качество и состояние. Имеет же кожу круботы. Если к вам приходит минерал в виде украшения либо других полей актива, ваш обиход может кармашакада. Значит, душа заказала этот опыт через этот минерал, через помощью этого поля ДНК активизировать ваши какие-либо формы. Мисинты масхада. Ведь ни одно действие не приходит просто так. Может же круботы. Подарили вам, либо понравилось вам в исходе. Может круботы. Либо купили вы в магазине его. Лиды масабада. Он вам пришло в поле башкурботы познания и активности поля работы. Берете его, башкурбата, включаете свой источник, соответственно, несет стать. Лидах масса мадас. Поэтому минералы индивидуальны, бужукурботы, они дают энергетическую работу, они остаются минимально в системе четвертого поля для активности форм работы, бишижукожукурботы. Основной поток в переходе в третьем формате имеет свою основу и в наполнении ведет. Лимашимашхада. Как с ним работать? Можужукурбот. Кстати, нужно сказать, что минералы с гор, они эффективно работают активно, вибрационно наполняя вас. Мошакурбаты. Когда вы с гор берете бужукурбот кана, обычные камни и бужукурбот используйте в ресурсном пространстве своем, либо воду наполняете активно до машхарбата, вы взращиваете глубоко активные показатели. Лимаса машхарбата. И максимально через минералы, именно гор, вы можете бужукурбота взрастить свое вибрационное поле, нежели с тем минералом, в котором вы в источнике в ДНК работали. Лидах масабата. Но с любым минералом работать следующим образом. Бужукурбота. Либо воду настаиваете бужукурбота минимум 15 минут и вкушаете эту воду для силы мощи, для активизации. Межжукожукурбота. Либо в пространстве держите в обменном поле, как правило, на истоке мышекурбат до 5 метров работает в среднем источнике минерал. Лидах машермада. Если у вас по полю ДНК, то он может еще вас исцелять, активизировать формы качественной структуры для того, чтобы дужукурбота через воспоминания, через коды, через магическую основу вывести вас на ресурс исцеления. Лиды маскада. Также минералы работают на состояние структуры женского раскрытия, либо мужского, в зависимости от задач. Зачем он к вам приходит, вам нужно понимать. Лиды масабад. Потому как минералы, они работают именно так, что приходя к вам, в ваше поле, в ваше круботы, они обязательно несут энергетическую стать в силе работы. Лиды машербада. Пришел минерал, соответственно, какие-то энергии нужно восполнять через этот инструмент. Душа, выбрав этот опыт, присылает к вам этот мужекурбот, событийный код. Лиды мисинтемада. И вы встречаете, либо вам дарят, либо вы используете, либо вам нравится межика машхарбаш харбада, и таким образом включается матрица. Один из мощнейших инструментов пополнения – это посещение храмов. Сколько в среднем можно поднять вибрацию за 30-минутное нахождение в каком-нибудь храме? Динды машербата. Самый эффективный в работе – это эгрегор православия, дужукужукурбоц и машербата. Поэтому храмы могут быть, опять же, разные. Разные по структуре, по энергообмену, межукужукурбот. Минимально вы можете получить межукурбат от 50 МГц, просто побыв там. А лидах машербата. Максимально можно дужукурбот. Храмы бывают разным эгрегорным источником, в разных портальных обиходах, в разных территориях и нести свою стать мощи. Лидах машербата. Максимально можно работать до 3,5 даже тысяч мужикурбота, если эффективно, глубоко, в проработке, в активном поле работать. Мужикурмашербата. Какие вы источники инструментов впускаете через этот эгрегор мужикурбота для наполненности своих основ, зависит опять же от вашей осознанности. Мужикурбата. Либо вы там летописи создаете уже через шея проходите мужикурбота, либо запускаете мыслеформу мужикурбата, либо через благодарность, либо через источник системы песнопения в храмах, активизирующие свои частоты, лидах мошежукурбота. Опять же, инструментов храмовых комплексов достаточно много. Лидах мошежукожукурбота. Но при этом бисинт или масарбата. Источник храма, он выстроен на земле для того, чтобы вас наполнять. Лимошекурбошурбота. Чтобы исчерпывать состояние источников обнуления. Бошекурбота. Убирать ваши комы. Басантамат. Раскрывать ваши сердца. Активно выводить качественное энергосостояние именно на поток. Мошежукурбота. На качественную основу.
Во многих храмах в России находятся мощи святых. Прикосновение к мощам, ну, даже пускай не физическое, а через какую-то поверхность, может ли давать дополнительное пополнение? Дима Самада. Да, интересная тема у вас. Мужик уже грубот, когда мощь является источником системы энергообменного поля, мышра пашхада, и в том числе иконы. Лидых мощи уже грубот. Почему эти инструменты эгрегор выдал за основу Думасфора Машрбата, привлекает ваше внимание, потому как мощи работы, оставив свой лик каждой святой, он оставляет некую энергопоточность мышра Машрбата. И через свои инструменты божекрубота, распределенные по гае, в работе божекрубота заполняет энергосостояние ваше. Лида божекрубота. И там, где мощь, естественно, источник системы силовых активов, он более велик и ближе к божекрубота. Естественно, энергоемкость аккумулированного состояния энергии через мощь дается в более активный исток. Лида божекрубота. Поэтому, когда вы прикладываетесь к мощам божекрубота, вы получаете максимальную энергию от истока святого учителя божекрубота для того, чтобы наполнить, активизировать свои формы работы по определению разных задач. Лидах мощи Рубошрбота. Если вы прикладываетесь к иконам Дымасахарбата, ведете просьбу через мыслепакет, через монаду, активизируете благодарность, любовь, лидах Масхада, вы также вступаете в активное состояние, состояние обменного поля, то, что вам дает ресурсные изменения в ваших вибрациях. Лидах мощи Жукожек Рубота. И коль вы берете это за исток, как инструмент для повышения вибрации, либо Дымасахарбата, для закрытия неких недугов, дыр, энергетических дыр, которые вы испытываете в своей жизни, Жукожек Рубота ходы, поэтому человек приходит разными формами. Линзамада. Либо закрыть дыры, либо исключить источник мужикрубота, либо поправить вибрацию, либо на благостный код. Линзамашахарбата. Опять же, зависит от уровня сознания и дужикрубота и подготовки вашей осознанности, каким обращением вы идете. Лимашарбата. С каким сонастроем и какую работу вы выполняете в этих храмовых комплексах. Лидых мосандумода. Но каждый из вас должен понимать, что вся работа, которая ведется в храмах, она ведет на качественную основу. Линзамада. Подход, как в инструменте вы прорабатываете, каким образом ваше сознание считывает мужикрубота, какие у вас знания дают возможность истока на активную работу, зависит, конечно, от вашей вибрации. Лимашарбата. Насколько вибрация позволяет взять эти знания и активизировать их, применить на себе. Давайте разберем в пример. В Москве на Таганке есть храм Матроны, и там висит икона на улице, в которой стоит очередь из людей, и лежат ее мощи внутри храма, в которой тоже стоит очередь. Если сравнить два этих инструмента, человек, коснувшись иконы или обратившись к ней, и человек, коснувшись мощи. Дизинтемата, смотря какой запрос. Мужикрумошурбоса, димишерпата. Мощи работают более структурно с аккумулированным энергосостоянием. Не скажу, что в разы отличимы, но при этом тужикрубата. Отличие есть незначительное. Лидах мощи жукурбоши, жукурбота, месикада. То есть более аккумулированная энергия через мощи подается вам. Линзы маши, машарбата, хурбота. К иконам вы можете обращаться с мыслеформами, с обменным полем, с просьбами, с благодарностями, дабы получить активную форму работы. К мощам через эти же все сегменты программ божекрубота форма исцеления приходит к более активной форме работы. Мишика Машрабата. То есть, если говорить по аккумуляции энергосостояния, через мощи подаются более качественно. Имеет ли разница, что это за иконы, насколько она старая? Например, в каком-то храме будет висеть икона там 12 века, а где-то рядом будет стоять икона, напечатанная вчера. Да, из интимада, конечно, да. Божукужукурбошерпоцентимишербасах тунзумоды. Каждая икона, она является проводником. Лимашербаты. Сколько людей обращается к ней во времени божурботы, столько обменного поля нарабатывается в истоке. Лимасамашхарбаты. Столько обменного поля энергии прорабатывается через учителя, который подан на иконе вам. Лидах мосантемат. Естественно, если мощнее структура и сильнее божукурбошербота, она по временному полю, она по энергообменному полю, больше обращения людей, имеет свои свойства основ, то машрбата имеется в опыте. Божукужукурбота, она дает больше силы, мощи, аккумулированной энергии. Лидах масса машрбата. Если говорить о голограммах, они даже кожукурбошербота, естественно, менее рабочие башкрбат, потому как здесь нету энергетического состояния божукурбота, то есть ручная роспись иконы, она дает энергию при любом исходе. Машарбата. Любые фотографии – это состояние иллюзий. Но при этом учителя, выбирая этот обжиг Машарбата, и напечатанный материал, он дуже кожу курбот, отражает свою энергетическую суть от учителей в основе, но, естественно, не в таких формах. Лимаса Машарбата – рукописные иконы, энергетически проведенные людьми, божу кожу курботы, активны в форме работы, только Машарбата максимально, божу кожу курботы ресурсно работают именно через писание.
Можно ли тогда сказать, что, грубо говоря, мыслеформа, обращенная к напечатанной или недавно нарисованной иконе, написанной иконе, дойдет до своего получателя, но пополнения энергетического и вибрационного от взаимодействия с такой иконой не будет? Дима Шерпо, это будет, но минимализированная пашакрабата, нежели от рукописной. Могли бы вы назвать 3-5 самых мощных храмов на территории России, чтобы люди могли... Айди индезамата, нужна карта. Вижу жукозых миты мисинты машрабата. В любой территории есть главный источник. Как правило, ведет Богородица. Мижика машрабат шхарбата. Богородица определяет всех святых на территории кураторами Вижика машрабата. И храм называется согласно куратору в определенной территории. Мижика машрабата. Выделяется обязательно главный храм на территории. Он значимый. Туда скопление людей активно в Дужукурбота собирается в потоке Мижика машрабата. Туда выделяется мощная суть энергоматериала, это иконы, это мощи. Лиды Машрабата. И абсолютно в каждой территории, где существование людей имеет свою стать, мужик-ужик-рубота, имеется состояние эгрегора для поддержания полей основ. Лиды Масабата. Абсолютно везде. Если даже в деревне Дужук-ужик-рубота, в глубоком, думаешь, Машрабат-Харбат захолустье, битали Машрабат-Харбат-Дужукода, всего два дома, при этом икона обязательно есть. Миссинтемат. Потому что эгрегор поддерживает абсолютно каждую стать человеческого существа. Существование на любой территории в полях. Наверное, если в Петербурге Исаакиевский собор. Динды масса дуже кожу курбота. В Петербурге бисели масса дижи кожу курбота. Это Казанский собор, масса маш харбата. Божья мать ведущая, божья курбота. Казанский собор является основным в потоке. Для Москвы, для жителей Москвы. Среди жукозых Машрабата. Если рассматривать как территорию Божукурбота, Московская Матрона является основной. Бижи Машрабата. Если глобально рассматривать матрицу, чтобы поддержать все программы, потому как все технические базы, людские параметры активны в формах этих созиданий программ. Лидых Моши Жукурбота. Это состояние Иисуса Христа, основа. Храм Христа, да? Бизинты Масхада. Он является в подаче, да. Самый правильный способ пользоваться этим пополнением – это просто прийти в храм и, грубо говоря, обратиться к какой-то иконе с благодарностью. Могли бы подробнее, как правильно пользоваться? Как нужно проводить свои поля и эффективно бужукурбота, активизировать форму энергетических потоков в истоке состояния храма? Лима сантими шрабата. Коль душа привела туда бужукурму шработа, у вас есть запрос, у вас есть обменное поле, соответственно, вы идете в храм. Лима сантими шижукожукурбота. Во-первых, для того, чтобы прийти к этому источнику, басантимишербат, вы должны зафиксировать свои данные. Лидых масантимишахрубошербота. Вы, заходя в храм, называете свой полный фамильный ряд. Басантимишербата. Имя, отчество, фамилия и дата рождения. Лидых масантимишахрубошербота. Дальше вы вступаете в контактную форму с учителем. Лидых масамашербата. Там есть инструмент. Различные формы подаются вас через эгрегорный носитель. Либо иконы бажукурбота, либо басантимасахрубота огонь, либо свет. Тая вода, масла, бужукурбота, массу инструментов, машакрабат, которые используются эгрегорами. Лидах масса мишакрабата. Для того, чтобы вам вступить в контакт и в думашрабат, в энергетическую связь с учителями, вы берете огонь, бужукурбота, свечу, восполняете ее, бужукурбата, выстраиваете контактную основу через огонь, огонь-проводник в данном случае. Лидах мошарбота. И начинаете задавать мысли формы по параметрам основ по вашим задачам. Бужукурбота, благодарить, вы пришли, просить ли, бужукмашхарбат, хурбота. Тут зависит от формы вашего истока. Лидах масса матхарбата. И через огонь, через состояние наблюдения, через мысли-пакет, через проговоры вы начинаете вступать в взаимосвязь. Лидах мошер пошхарбата. Обязательно поблагодарите после контактной основы, выделите сердечно ту энергию, которую вы испытываете в этом потоке. Лидах машарбата. Потому как святые, они четко определяют вашу структуру созидания. Божикр мошхарбата. Вы пришли, вы несете просьбы, вы несете благодарности, вы даете энергию в поток. Можукр мошхаркода. Вы раскрываете сердца даже многие. Лидых Моши Рубота. И эту энергию точно так же состояние учителей используют во имя вас. Мыжика Маши Рубота. В обменное поле то, что вы излагаете, то вы и получаете. Лидых Моши Жукожик Рубота. Поэтому максимально возможно, Божик Рубота, если вы пришли в храм, если вы берете эгрегор для состояния наполненности, Божик Рубота для качественной основы, Божик Рубота, будьте честны сами перед собой. Не просто пришли за просьбами. Лидых Маши Рубота. А сердечно, раскрыто, Божик Жукожик Рубота, Мошхода, в понимании, осознавании, в принятии, в терпении, в основе Дымаш Харбат Харбат. С благодарностью и любовью отнеситесь ко всему. Лиды Мошрбот. Ведь то, что вы выделяете в потоке, то и вернется к вам в основе и Бажирбат. И учителя это тонко считывают ваши состояния Бажикожикурбот, определяя вам исток аккумулированной энергии на поток, на благость, на активную работу.
Есть ли какое-то минимально рекомендуемое время, сколько нужно находиться? День до жукозы, Маша Пата. 10-15 минут будет достаточно, если вы бужок работы просто пришли, побыв дужок Маша Пат Храбата, вы уже получите активные поля. Но если вы структурно прорабатываете, естественно, инструменты летописи, мужик работы, активные разговоры, активные сонастройки, рима Шерпат Храбата, поле земли, бужок уже работы, либо поле абсолютной энергии, активно работает через куполообразную форму. Быстрый Маша Пат. Но здесь уже говорится о более осознанных существах, которые применяют инструменты более глубокие и качественные для себя. Молитвы в эгрегоре православия. Какая самая мощная вибрационная молитва и насколько можно пополнить свою вибрацию при там, многократном повторении? Алинзе Мишежи Машерпат. Естественно, самый активный куратор, самый значимый в эгрегоре православия – это Богородица. Мжико-жуко работа Мишахарбата. Но при этом каждый молитвослов, который в источнике ваших познаний есть, Мишика Машерпат, он имеет, естественно, силу и мощь. Алинзе Машерпат. Богородица Дева Радуси – самая эффективная структурная молитва. Мжико-жуко работа – самая высоковибрационная. Мишахарбата – она значима для каждого из нас. И Джукозахмиты Масхада, и Бихту работа. Каждый из вас может активизировать эти формы работы, прочитав ее, либо просто прослушав. Ледах Массандемит тоже курботы. Сколько раз активизировать эти формы? 108 раз будет источником на полностью качественной формы работы. В день, если будете прочитывать, наполнение будет колоссально изменять вашу структуру поля. Лимаса Машахада. В зависимости, опять же, от вашего тела, от вашего вибрационного потенциала, от 300 до 700 единиц Мажика Машахарбашхада за неделю вы можете наработать, если ежедневно прочитывать этот материал. Линдах Моссандемада. Также песна пение. Божу-кожу круботы, мощь работы с применением молитва слов также играет великую роль. Лидах Миссинтемада. Любая молитва, которая приходит к вам, Бишакрабата, через любого учителя, через любого святого, естественно, имеет роль. Лидах мощь круботы. Но чем больше вы прочитываете Бишакмаш Храбата, тоже круботы, чем больше активизируете свои аккумулированные энергии в потоке на активность работы со святым, либо шрапоты через молитва слов, через данный инструмент в работе, вы получите максимальное качественное ресурсное состояние для себя. А если прослушивать молитву и если самому пропевать, насколько велика будет? Динды Масамада. Если вы еще и проговариваете, либо пропеваете, это еще будет более ресурсно для вас, Мижжукожукрубот, потому что вы еще включаете вибрацию голоса. Миссию Машахат. Ведь вибрация голоса – это колоссальная стать инструмента для человека. Мижжукожукрубот. Вы с помощью общаетесь, контактируете, Мижжукомоса Димишарбата. Вы с помощью голоса выводите в этот мир себя. Мишакрабата. Вы познаете этот мир через голос. Ридах Мошжукрубот. Естественно, вибрация голоса в песнопении, в молитвослоте, она заложена как энерго с Бышимадхарбат, структурное состояние Бышужукрубота. Если вы голосом еще выводите, вы более активно и качественно выводите для себя потоки. Лидах Масамада. И проговаривав через звук, вы получаете более активную форму созидания. Да, если сравнить два этих способа, просто слушать, когда кто-то поет эту молитву, или... Дизи Масабада. И так подключается монада Бышужукожукрубота. Но если вы проговариваете, это даст чуть больше исход. Чуть больше. То есть насколько... Мада, смотря какая молитва, какой ресурс, мужик работа. Грубо говоря, 108 раз я ее слушаю или 108 раз... Линзи Маша работа, Бессербат. Мегагерц на 50 будет разница. В других эгрегорах, например, мантры. Какая самая высоковибрационная мантра и сколько можно? Динди-зуку-работа. Мантра раскрытия любви – это самая основная в поле. Она подается в разных матричных кодах по-разному, по разной вибрации, но при этом качественное энергосостояние божук-работа мантры дает возможность раскрыть суть человеческой формы в более высокой вибрационной величине. Линди-миши-жуко-суху-работа. Если вы используете этот эгрегор как существо, соответственно, бижакмада, либо 108 раз божук-работа пропевать, проговаривать, в основе, либо прослушивать в кодах. Следующий инструмент – голодание. Мы подходим потихоньку к теме питания и какие-то инструменты из питания. Если человек голодает на воде 24 или 36 часов, насколько он может пополнить свой... Динди Маша Жукожук работа. Лучше использовать 36 часов. Масса Машахадны только на воде, ни в коем случае на сухом. Лидах Моша Жукозах Мита Машарпата. В зависимости от человеческой формы, от заземления, от наработки монады, вы можете получать даже за сутки жук работы до 700 МГц получать энергоформы. Линзы Машакада. Как это формируется? Мужик работа. Клетка не тратит энергию. Лидах мужик работа. Аккумулирует энергосостояние во всех спектрах созидания своей работы. Бишиж Машарбат. Облегчая организм. Дужик работа. Уходит активное заземление. Соответственно, накапливается энергопоток. Бишиж Машарбат. Поэтому бишиж мужик работа. Каждому из вас мы рекомендуем раз в неделю голод. Мужик работа хабата. Была же по четвергам. Лидах мужик работа. Почему по четвергам? Потому как через эгрегор, опять же, носитель, мужик работа,
год, наверное, слышали такое определение «чистый четверг» в обменном поле. Лидах Моши Жукурбот. Через эгрегор подается действительно та энергия, аккумулированная, качественная, на землю подается для людей. Лидах Моши Жукурбот. Для того, чтобы очистить поля, активно вывести деструктивные коды, обнулить их и вывести качественные энергопотенциальные работы, в том числе для физической формы. Лидах Моши Жукурбот. Поэтому, если вы начали голод Мусурбашхода, 36 часов – это оптимальная форма, это максимально возможная наработка энергии в своих полях Масанты Машхада, что дает благие состояния. Если человек полностью из своего рациона исключает продукты животного происхождения и переходит на растительную диету, сколько за день, неделю или месяц он может пробовать? День Машапата. Здесь нужно смотреть индивидуально, но колоссальная разница, естественно, на душу Курбота сразу осознанным человеческим существом будет считываться в своих основах. Лидах Маша Масхар Башарпата. И разница действительно в разы. И Бажукужу Курбота определяет свои потоки Башамашарбат, потому что сохранение аккумулированной энергии, естественно, даст вам качественный ресурсный результат. Лимашарбот – это объем энергии накопления, это объем энергии на сейчас во время поле для аватара, для осознанности. Межикармашрабата – это чистое сознание, которое дает возможность Межикармашрабата более глубоко брать эту матрицу знания, активизировать форму и быть в энергоемком состоянии. То есть индивидуально. Если человек идет еще дальше и убирает всю приготовленную пищу, оставаясь на сыроедении, насколько можно... Линзы Машха. На сегодня это самая актуальная тема, которая даже работает на клеточном уровне при вашей вибрации средней величины, дает энергообъемное ресурсное состояние в потоке. В четвертом поле это самая ресурсная система Дужукурбота. Почему сейчас еще применяется рыба, либо морепродукты, Бажукурбата как мясной носитель, без Жукожукурбота? Потому как многие еще не переадаптировали матрицу, это общее поле еще дает целостную работу. Но мясо однозначно исключать, Мажурбата, любой продукт животного происхождения не вкушать. Мажукурбата, опять же, патогенные флоры, заземление, Бажукурбата, ваши болезни и активизация именно с этими источниками связана. И энергоемкость уходит сполна. Подходит ли всем сыроедение или это все? Дима Сахана, пока не всем. Дужукужукурбота. В четвертом поле, кто перейдет, будет актуальная тема. Порошковая еда и сыроедение, Бажукурбата, активное питье. Лиду Мушукода, пока вы в перестройке, пока матрица не поделилась, Мушукурбата, рыбный продукт еще приемлем в поле и дает плоды. Святая вода, если человек ее просто употребляет как обычную воду или добавляет в какие-то продукты, есть ли разница? Да и зима, да, конечно, да. Дожу грубошу хода. Инструмент системы эгрегора дает возможность активизировать на клеточном уровне, на осознанности, на эфирном поле божу грубошу хода с применением данного инструмента своей работы. Лимуши жукозых миты миссинта лимаса машарбада. И если вы применяете в ежедневной форме молитва слова и данный источник воды божу грубота через эгрегор наполняя свои исходы, естественно, вы будете ресурсны на поток суточной нормы божарбата, а то и далее. Лидах мосунды миты. И если у вас в ежедневной форме будет проявляться актив на Бажарбата молитва слова и энергопотенциальная работа с полем инструментов эгрегора православия, естественно, это даст свои плоды, и вы пойдете более глубоко и качественно. Общение с высоковибрационными людьми может ли поднять вибрацию? Да, конечно, да. Лимушу кожу, круботы, масса хада. Почему вас и тянет именно в вибрации высоких полей? Бажурбота, вы безосознанно туда идете, но бижикрабата – это ваш интерес, это ваше поле работы, это ваше обменное состояние. Лидых мосса хорботы. Каждый человек находит источник более высоковибрационный для себя. С кем интересно, бажурбата, с кем проявляется любовь, с кем проявляются качественные эмоции, естественный процесс качественного состояния. Лидах Масавада. Поэтому вне зависимости от того, насколько вибрационно, вы всегда будете стремиться к качеству, к энергообмену, к энергоопыту, к энергонакоплению. Естественно, к Жукабада будете искать людей, будут приходить к вам люди, именно те, которые несут эту стать. Спасибо. И впереди серия вопросов про всевозможные практики и сколько можно пополнить вибрации, используя их. Такой инструмент, как йога. За один часовой класс. Понятно, что йога бывает разная, бывает более расслабленная, бывает более активная, но если мы берем хатха-йога... Линзы Машижукурбота. Предварительно скажу о том, что Бижикармашрабата. Любая практика, она не просто так создана на землю, Дужукурбота, запущены ваши знания, ваши матричные обиходы, бисит и Жукурбота. В первую очередь для того, чтобы бисит или масахада создать вам качественное состояние. Лимаса Машрабата. Каким образом человеческая суть определяет свой стать инструмента Бижикурбота? Йога, цигун,
бажирмата, чакральная практика, бежик уже курбота, другие физические элементные формы, лидах масхада, либо просто дыхание, либо медитация, бежик уже курбота. Здесь в зависимости от формы готовности сознания. Миже машхрабата. И методом проб человек начинает уже курбуш работа, либо через тело проходить в опыт энергетических потоков может работать, либо через осознанность, либо через состояние покоя ума, бежик работа, либо просто через дыхание. И таким образом приходит к новым энергетическим формам. Лимаса масхада. Коль вы берете инструмент практики, вы уже познаете и осознаете это состояние, понимая, что бежик курбуш работа, что любая практика приносит качественный исход и качественную работу для физической формы, бежик курбуш храбата для эмоционального состояния гармонии, бежик работы и состояния осознанности и целостной работы. Лидах масабата. Соответственно, вы берете именно тот инструмент, согласно вашему уровню сознания и бежик курбуш храбата, вы определяете качественную форму. Лидах маса мишрапата. Но при этом каждая практика приходит именно тогда, бежик уже курбата, и на тот уровень осознанности бежикамада, когда вы готовы воспринимать и телом, и духом. Лидах мост жуку жук работы. И принимаете энергопотоки в виде практик различных форм и даже кожу работы. Вы начинаете активизировать эти инструменты, соответственно, получать энергоработу. Мост работы, наполняя себя, активизируя формы, бажимада обретая целостность через этот характер. Лидах мост жуку кожу работы. И каждая практика, естественно, дает свои ключевые бажикамашрабаты изменения для вас. Вместе тоже работы, потому как энергопоток запускается либо через тело, либо через осознанность, через поточное дыхание бажикарбата, либо через успокоение ума. Лидах мост работы, либо через чакральный центр как основа. Лидах маса мадахада. Но при этом каждый инструмент несет свои дужукрубота ресурсные качественные работы. Лидах мисинты машрабата. Пополнение через эти практики, оно абсолютно разное. Бишижу кожу круботы. Возьмем мы йогу, либо цигун, басан башрабата. И в зависимости от формата состояния человеческого факта, лиду мушработа, от формата заземления, от формата осознанности, от формата монадической основы, программ накопления опыта, естественно, вы получаете свой исход. Лида масхада. Но при этом вы берете именно тот инструмент, который укладывается в вашем сознании и комфортен и гармоничен в потоке именно сейчас. Лима сахада. Сегодня йога, завтра цигун, бужук работа, а через 3 года это чакральная практика в основе. Почему человек переиндексирует эти формы, думаешь, работа, и находит что-то новое? Лидах маса машрабат. Потому как система готова по-разному. У вас есть блоки в теле, у вас есть блоки засоренности в сознании. Лима шажук рубош работа. У вас есть состояние целостной работы, как источник низкого кода. Миссинты масхада. И когда вы обретаете целостный характер, вы начинаете заниматься более глубокими инструментами в потоке. Лима шармашрабата. На данном этапе самые глубокие формы бужик работы поточного состояния – это работа в энергии, нежели в физической форме. Лима шарабата. Когда человек начинает понимать, ощущать в практиках мужик-ужик работы энергии и потоки, соответственно, димасахабата, сознание уже выходит на другой уровень, на качественную форму. Лидах маса мишхарабата. Какие практики бужик рубоши коды? Они все несут за собой основу по готовности. Мужик работы, они все дают ресурс, и мужик работы, и в зависимости от вашей формы, и башхарабата, вы за одно занятие можете воспринимать от 50 МГц, дужук работы до 300, нести в основе за одно занятие, в зависимости от формы, в зависимости от вашего энергополя, бужук работы в зависимости от целостной работы, лидах масса вата, потому как вы работаете по-разному, бужук работы, кто-то воспринимает поточно с телом только, межикармашакады, через тело проводят эти потоки и только потом осознают более ресурсное состояние приходит, лима шакарбата, кто-то через состояние ощущения тактильности, через дыхание определяет свою целостность, бужук работы и определяет целостную работу, лидах масса мишарбата, а кто-то просто через состояние закрытия программы ума и находит свой поток таков, что джук работы, он становится настолько глубоким и качественным в форме. Дима Сантимина. Я вам рекомендую бужик рубота пробовать. Мужик рубота пришел какой-либо инструмент. Вы сток мастамаш рубота, пробуйте его. Находите себя в этом потоке мужик рамаш рубота. И как только вы начинаете воспринимать этот мир иначе, лидух мужик рубота, а мир он разнообразной формы, лидух мужик рубота, мастамаш рубота, вы понимаете, что вы находите гармонию внутри себя. Мужик рамаш рубота, вы уже не эмоционируете так, как ранее. Мужик рубота, вы смотрите на мир другими глазами и производите другие эмоции. Мужик рубота, и ваше тело начинает меняться. Тогда вы получили результат. Лида Масанты Машрабата. Но чтобы получить этот результат, естественно, нужно попробовать в этой жизни все. Вы пришли за опытом. Лима Санты Масхада. И этот опыт, естественно, будет колоссальный для каждого, если вы, бужу кожу круботу, в своих потоках найдете свой исток. Миссинты Масанты Пишакрабата. И очень часто форму душа выбирает, когда вы берете один инструмент за другим, познаете, активизируете разных мастеров в своих сознаниях, мужу работы, берете разные книги с полок. А Лидах Масахана. А все это для чего? Лидах Машрабата. Для того, чтобы вибрация
рациона вырасти в потоке, найти свой опыт и определить свою работу. Мишек Машарпата. И по готовности бужек работы одно за другим, знания, практика, Машарпата, мастер придет к вам. Ледок Мосбата. Главное начать и сделать этот первый шаг. Мужик Румош работа. Естественно, лень будет бишь Машхада. Вас переубеждать, и ваше сознание будет говорить, да, тяжело. Мужик работа. Это как в спорте, Мисинты Машхарбата. Чтобы тело было красивое и легко, Башкамада, вам нужно позаниматься, вам нужно сфокусировать энергию и активизировать на работе себя. Лима Сахада. Точно так же в этом энергопотенциале бужек работы. Хотите быть энергоемким, соответственно, ведите этот путь. Через какие формы работы? Все вам подскажет осознанность. Ваша душа обязательно приведет именно в ту матрицу, когда вы готовы познать, осознать и принять в работу. Ледок Моши Жуко Жук Работа. Инструменты абсолютно всех практик, которые даются в обиходе, которые встречаются вам на пути, они несут ресурс. Лима Шуко Жук Рубоши Жук Работа. Нет таких практик, которые бы выдавались на исход того, что неблагие формы кода. Мисинты Машара Машарбата, Бусинты Бата. Это может быть только при существовании того, что у вас определенные блоки, они вам недугом выявляются именно сейчас. Лима Самашхарбата. Но ваша работа даст вам новые качественные показатели. То есть нет смысла сейчас спрашивать про каждую отдельную практику, потому что для и двух... Не надо никакого, вы же жук-робот. Потому как вы разные по энергоструктурной форме, вы в разной осознанности, засоренности, либо в чистом сознании. Вы же кромада, вы в разных полях тел. Жук-робот в энергополе обмене, бажирбата на клеточном уровне в том числе. Лидых мош жук-роботы. И каждому может йога принести мошкар-машхарбат 500 МГц за одно занятие, потому что вы чувствуете телом. Бижи машхарбаты. И вы через телесные потоки проводите в осознании новый высокий уровень. Алимасы мишрабата. А если вы энергию проводите, вы же кожу круботы, соответственно, вы определяете новые коды. Лидах Масамада. Но тут нужно понимать, мы же кожу круботы. Если вы уже чувствуете энергию, если вы чувствуете эту поточность, если вы определяете ее в своей работе и понимаете суть энергообменного поля межукрубата, который дает вам изменения в вашем же уровне сознания, в вашем мире, мы же кожу круботы, это однозначно идет активная и качественная работа. Дыхательные практики тоже, соответственно. Линзамата, любая практика. Мужик Румош работа. Дыхание – это энергия. Бижика Маша Жуку работа. И как вы дышите? Как существо, как аватар, как энергоклетка Мишек Румош работа. Какое состояние Жук работы ритмичности сохраняете в своей основе? Это дает вам баланс, бажарбата, эмоции, гармонии. Мужик работа – это дает питание клетки на энергопотоке. Соответственно, сознание выходит на ту частоту согласно в целостной работе. Мужик Румош работа. И дыхание – достаточно активная практика, которая помогает активизировать формы энергопоточности, понять их, ощутить, почувствовать. Мужик уже кружок работа. Это основной энергоматериал, инструмент для вашего жизнеобеспечения поля. Мишек Машах работа. И у каждого свой подход. Кто-то начинает с тела, активизирует работу и понимает свой ресурс. Алимашах работа. Кто-то начинает с дыхания, успокаивает свои ритмы жизни, бежит уже кружок работа, успокаивает и гармонизирует свои эмоции, и при этом осознание выводит в чистоту. Алидах Машах работа. А кто-то через энергопрактики понимает, что тело подключается в энергопоток, что это целостная работа и, соответственно, дает плоды, потому что вы становитесь цельными для себя. Лидах Масахада. Разные подходы, разные инструменты души ваши применяют, и, соответственно, дижик работ разные пути в опыте. Если человек молчит целый день, происходит ли сохранение энергии, то есть, грубо говоря, не теряется? Линза Машархада. Большая ценность молчания. Бужук-ужук работа. Если вы, как человеческая форма, имеете суть основы концентрировать внимание на молчании, бужук-ужук работа, вы успешны в своем истоке. Лидах Масамада. Вы не всегда можете жук работу промолчать, вступать в эмоции, особенно в деструктивные проработки. Мишика жук-ужук работы. А молчание басадабасхарбата. Говорят, на вес золота у вас. Миша Кода. Это действительно так, это та аккумулированная энергия, которая позволяет сознание удержать в потоке, и мужик работы, а программа у вас ведущая форма, лимаша кода эмоций – это ведущие активные состояния, бужик румаш румата. Если вы умеете молчать, вы сильны сами по себе. Лидах мош рупотах масса дижик рук работы. И мало того, что вы концентрируете энергоформу на себе, вы скапливаете энергию в свои стоки, бижижу кожу крубош работы, вы несете и себе работу, и другим, басамада формируя новое состояние. И мы медленно подходим к самой интересной части этого чена – инструменты понижения. Очень интересно, что у нас в обиходе, в общем-то, везде работает, и люди даже, может быть, многие об этом не знают. Поэтому мы сейчас узнаем максимально возможным, какие инструменты, какие в обычной жизни применять инструменты для того, чтобы максимально не снижать свои уровни энергии. Опять же, согласно вашим вопросам. Самый популярный – это алкоголь. Соответственно, насколько можно потерять вибрацию от бокала вина?
Линзы Машерпата. По вину пишет кожук работы. Интересная тема раскрывает свои особенности межукработы в третьем и четвертом поле. Межукрома Шерпата. Вы должны понимать, что межукрубот, любой алкогольный напиток снижает вибрационные поля. Межукрома в зависимости от градусности, чем больше градусов, снижает больше по полям актива. Лима Сахан, чем больше выпитого, соответственно, занижает, заземляет ваши аватары, межукруботы, ваше ресурсное состояние, энергоемкости. Лима Самашахада. Что касается вина, межукрубота. Вы находите в новое время, когда в четвертом поле будет подан эко-продукт Башарпата. Он будет так и называться эко-вино, межукрубота природное вино, башарпата, башарпата без химической формулы, башарпата, но при этом растение является активным материалом для созидания. Дима Сантажурбота, босс-сантимешарпата, без алкогольной формы, естественно, но для вас это будет ресурсным и активным полем для того, чтобы с кровотоком поработать, энергию активизировать, межукрубота, обнулить формулы крови на истоке Сантамашхада и создать новые базы. Дима Шарпата, но это поле времени будущего периода межукрубота. На сегодня вино как источник, естественно, истощающий форме межукрубота. Единственный напиток, который в виде программы вина выпускается вам и выдается межукрубота в этой матрице в истоке потока Босантамат, это красное вино. Либо межукрубота. Вот красное вино можно употреблять раз в неделю, либо два. Максимально возможным межукрубота по 150 мл для того, чтобы ваша качественная энергоструктура не истощалась. Лима Сахада. Любому человеку, Бужукурбош работу именно взрослому человеку, это дает исход Масандимашрапата. Расслабление, то есть переиндексация состояния сознания, обнуление, это тоже трансформация, которая дает качественные показатели. Бужукурбота также меняет кровь, эффективную работу лимфоструктуры, кровоснабжение, это энергетическая суть емкости. Лима Самишакрамашхада. Если вы применяете талую воду, либо просто воду вместо вина, вы будете еще, естественно, более структурным и емким, это же кромашрукада. Но если у вас есть такой запрос, и вино как источник расслабления имеет свою форму созидания, и этот инструмент работает на расслабление бжикрабата, главное дозу держать правильную, бжикрабошработа, вы не потеряете энергоформу. Все остальные вина, все остальные напитки алкогольной продукции бжикработа однозначно снижают активные энергоформы. Лимашимашрабата снижают колоссально бжикработа, может объем, естественно, влияет на эти формы лида масса межукрубота. Но даже выпитая рюмка водки снижает на 120 МГц. Межукрамашхармушхурбота, димешурбата. И потом очень сложно восстановить состояние структуры для того, чтобы дижижукожукрубошурбота. Восстановить свой аватар, почему вы себя тало чувствуете после этих невзгод межукрубата, вы не можете собрать ни сознание, ни аватар, ни энергию бжикрубота, запустить эти силы и мощь в работу. Зачем? Дима-сантимишахрабата. Поэтому алкогольная продукция однозначно деструктивное состояние дает, межукрубота однозначно заземление активной формы работы, естественно, употребление закрыть, лидах мошахурбошахурбота. Если еще потребность от старых программ имеет свою суть в основе, пушкурбота, то красное вино, лидах мошахурбата. Если вы уже перейдете в четвертое поле, то там уже матрица предполагает качественное состояние напитков, которое будет только ресурсно вас восстанавливать. Хорошо, от бокала белого вина... Сколько там, 200 миллилитров? Лидия Миша Курбоша кода. Бокал белого вина, истощение кода Миша Курбота на 70 МГц. Сигареты, обычные сигареты, которые продаются. Линзы Миши Жукозахмада. Табак также заземляет, активно создает кислые среды, и при том временная долгая база системы закисления дает негативное состояние. Лимаши Жукурбота. Вообще табак, как система Дамасахармашрабата, в долгом времени дает Божукурбот для физического аватара активное заземление и, соответственно, снижает активно во временном коле энергопоток. Миши Жумашрабата. Каждая выкуренная сигарета Миссинта Жукурбота 40 МГц убирает в потоке в средней величине. Лидах Моши Жукозах Моты Мады. Притом, если вы выше вибрации становитесь, межукрубота каждая выкуренная для вас может исходом до 80 быть в потоке. Лидах Миссин Тежукрубота. То есть, чем выше вибрация и чем выше кармашрабата употребление некачественного состояния продукта, сырья, вы используете для себя межукрубота, тем больше клетка реагирует на состояние вибрационного бисумашхарбата поля для вас. Лидах Миссин Тимиши Жукозы Миталих Маса Матах Маса Бата. И, соответственно, страдает больше аватар, и вам больше приносит невзгод, и, соответственно, по высоковибрационному полю бужекрубота либо совсем не хочется, потому что эти уже невзгоды прошли, и бужекрубота этот опыт показал, что эти состояния тяжелы для вас, и вы отходите через опыт временем. Либо же кожукрубоша работа. Либо, если вы вступаете в эту контактную форму, вы будете активно болеть. То есть занижение происходит, мышкрамашрбасхарбата, в первую очередь аватар, соответственно, энергоемкость не такая, соответственно, сознание не берет из программы, вам нужно нарабатывать, опять же, тот же уровень, чтобы выйти на прежний исток. Линзы Машамада. Табак
табак однозначно нет, и все, что сопутствующие системы на сегодня в виде табака используются как сигареты, как носитель, как программы, дымошработы, они еще больше активизируют эти формы, БСМ-шрабат по снижению системы состояния энергоемкости ваших аватаров, мужик-работы и энергоемкости целостности полей, это ваши эмоции, вы сразу вступаете в состояние деструктива, заметьте, после приема, лидых-мош-жукур-бош-жукур-бот, это все иллюзия, то вам кажется, что вы покурили и бижикрма-шрабата, и вы стали более бужикрубота активной форме работы, машарбаш-хрбата, либо расслабили себя. Нет, это не так. Мосырбат – это ваша иллюзия, бужикрубота – это ваше состояние работы программы ума. Все, что дальше происходит, закисленная среда отражает на вашем же состоянии активные негативные модули. Лимаши-машарбат – колоссальное состояние системы утечки энергии происходит из-за кислой среды бужикрубош-рбота. Это, естественно, все, что происходит во временном поле через табак, через питание, через систему животного белка, димашикон через глютеновые носители, мишакрабат через молочный продукт, мужик-робот. Это все составляет временные долгие негодовные коды. Соответственно, сюда же относятся электронные сигареты. Дельмада, конечно, да, мужик-робот. Еще в разы, чем система растительного табака имеет свои основы снижения в поле. Хорошо. Дальше последует список из наркотических веществ. Первый в списке будет кокаин. Средняя доза 0,15 грамма. Линзы-машабата. Даже не хочется об этом говорить. Любой продукт системы джугурбош-хурбош-хурбота, химическая формула бажихрбата, не будем углубляться на эти состояния, бажика-машрбас-хурбата, активно, негативно влияет на человеческую стать, разрушительно. Лимаш-хурбош-хурбота. Мегагерц используются разные, в зависимости от форм наркотических веществ, джугурбош-хурбота, можно потерять от 500 мегагерц, мажика-машрбас-хурбата, до 3000 сразу, мишек работы при употреблении этих форм. Лимасамашрбат. Что говорить, если даже растительные компоненты башикрубошрбота, мосантемисимасхат, которые влияют на психоматическое сознание, лимашикрубота, они также могут истощать систему энергоформы. До мосантемишижукожукрубота. Поэтому наркотические системы химических составов, они активны джукурбошрбота в состоянии человеческого аватара во всех формах проявленных имутхмасхрбата в этой основе. Лимашрбота. У каждого инструмента свои невзгоды, свои энергоформы, затратных активных формул лидах моши жуко жук работы. Но при этом биты масса антимишерпот, масса мешербата. Есть системы, которые расширяют уровень сознания, например, марихуана, бужуку жук рубош работа. Если вы ее используете бижикамат хабат для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы расширить сознание, и как растительный компонент без каких-либо химических формул является благим исходом для того, чтобы бужуку жук работы активизировать форму работы, в том числе даже нейронов и бишерпата своих клеточных мембран, даже исцелить можно себя бужуку жук рубош работы и, соответственно, психоматические очистки провести, видов мощь работы и расширив сознание в потоке. Мосыбата. Вопрос периодичности, вопрос вашей вибрации осознанного состояния на сейчас, мужик работы, если вы применяете этот инструмент. Лидах мощь жуко жуко работы, мисибата. Но ни один химический состав наркотика, мужик работы на сегодняшнее время в переходе, либо в четвертом модуле, естественно, не играет никакой роли. Лима шахабата. Их просто в матрице нет. Мышарапашрабата. Остаются только природные источники, которые расширяют сознание. Мишакрабата это в виде кактуса, мужик работы в виде выжимки из растений, каких-то исходов, эссенций и прочих форм, соков, моцентимишижукожукрбата и, соответственно, трава, как система дымосхрбота, которая может дать восполнение осознанности, расширить свои масштабы. Очень популярный вопрос. Как вакцинирование влияет на вибрацию? Линзимишижукозых митамасентимашрапана. Вопрос сложный, в чем причина на сегодня бизнес-тужукрубот, потому как в первую очередь это химическая формула. Лимасантемашрапат. Естественно, любой химический состав сублимацию клеткам дает мужикрубот этот недуг, и, соответственно, димашимашрабат. Это сублимация клетки кода, она определяет свою стать на всю жизнь, бизнес-жукожукрубота. То есть это индексация системы программ клеточного модуля. Линзимишижукожукрубота. Что это дает? Естественно, клетка не восстанавливает свою энергоемкость, и, соответственно, мужикрубат, она является статью на подавление бжук-жук-рубош-работы любых клеточных процессов биохимических формул. Лидах масса машхада. Любой введенный химический состав мушкармашрбата в состояние тела через таблетки, через вакцинацию бжук-жук-рубота, любая химическая формула, естественно, составляет недуг. Вы переходите в новый мир, когда бжук-жук-рубош-работа, состояние системы активности поля работы бжук-жук-рубота выстраивается на состоянии природных компонентных форм. Межрбата – это растение, опять же, бжук-рубош-работа, и
все, что связано с растениями, различные добавки в пищу, бужу-кружу-курботы, таблетированные коды, масропаты, эссенции, бужу-курботы, масла, бешака-масарбата. То есть новая медицина приходит к вам. Лидых миссинты машакана. С помощью этих инструментов, если вы осознанные существа, вы можете активизировать свои формы воздействия на клетку и, соответственно, улучшить показатели. Мижик машарбата. Любой химический состав, он только сублимирует клеточную память. Димаса машхада. Соответственно, дужу-кружу-курботы. Все, что касается в системе ваших кодов машакармашапата, все по осознанности. Миссин тоже грубот, мосэхада. Вы же пришли в эту матрицу, мосэнтимишхарбата. Если вы по каким-либо причинам получаете вакцину, которая вас в матрице, в социальных программах держит, и она необходима, соответственно, душа заказала этот опыт для того, чтобы бужукурбот заземлить, например, аватар, и пройти какие-то источники программ, которые необходимо пройти через эти заземляющие формы. Лимышербата. Если вы осознанные существа, и вы применяете бужукурбот энергоемки, соответственно, никакая хворь не возьмет, потому как вибрации грибков и прочих биохимических бужукурбот процессов, они реагируют на те формы низких вибраций и начинают выводить воспалительные заболевания только при наличии того, когда низкая вибрация в коде. Лидых масса машрапата. У высоковибрационных состояний, бужукурбошхурботы, низковибрационные коды программ, как вирусы-носители, как грибки, как прочие формы, они не удерживаются в потоке. Миссинт и машхан. Просто программа сама не может существовать в высокой вибрации. Дома сантимишахурботы. Если пришло время вакцинации в основе и социальные модули у вас пришли как обменное поле постоянной формы, необходимо для вас, значит, таков исток. Лидых мошежу-кожу-курбота. Если вы осознанное существо и вы проходите на опыт новых форм, соответственно, вы ведете новый опыт. Лидых мошерпата. Это как в косметологии. Мошежу-кожу-курбошерпота. Если женщина, обретя красоту, шла за уколами, дымасарабашерпата, обретает химические составы и, соответственно, божекурбот какое-то время красиво быть, мошкромата, она идет на эти химические формы. Бужу-кружу-курбота. При этом губит состояние клеточного модуля. Мижикромашхад не дает клетке развиваться, выделять коллагены. Бужу-кружу-курбота и определяет в этом молодость. Лимосахарбат. Происходит разрушение. Что происходит после чего, когда уколы проходят в стадии времени? Бужу-кружу-курбота. Она просто разрушает дальше клетку, и она становится более старше, нежели она сейчас. Лидых маша-кружу-курбота. И на сегодня, опять же, актуальная тема бужу-кружу-курбота, что будет масса различных форм новых матриц в исцелении, в активизации, именно с травами связанных, с бужу-кружу-курбота, с вибрациями в технологиях, световыми основами, со звуковыми вибрациями связаны новые инструменты в работе для того, чтобы повышать качественный уровень человеческой формы. Бисинджикубата. Эти инструменты уже в четвертой матрице будут активно-активно проявлены, они уже проявляются бужу-кужу-курбота, но при этом каждый источник, который человеческая форма басантамашхада использует на качественное состояние для своего вибрационного качественного жизнеобеспечения кода мужу-курбата, будет использовать именно более благие результаты. Если человек употребляет лекарства, например, таблетку аспирина, сколько понизится его вибрация? Линза Миша Машарбата. Опять же, здесь сложно сказать, потому как каждая таблетка, бежужу-кужу-курбота, каждая химическая формула по-разному влияет на человеческую суть. Какие-то средние величины. Биты Масхада. Вы должны понимать, что каждая химическая формула, введенная в организм, неважно, аспирин, бежужу-курбота, анальгин, бетельмашкарбат, садохромот, спазмолгон, неважно, какая формула, она сублимирует клеточную формулу памяти Кавизамасарбата по всем показателям. Лидах Мошакон. То есть клетка не возрождает новые энергетические потоки, активизируя формы, она блокирует состояние на том этапе дужу-кружу-курбота, чтобы клетка не ушла в память прежнего истока. Но это временное поле. Вы не поможете активизировать работу далее на клеточном уровне. Вы сможете только на время бужу-кружу-курбота заблокировать эту программу через систему химического состава, и память клетки, приняв этот материал, не сможет дальше развиваться. Соответственно, вы не сможете вывести в источник здоровья бужу-кружу-курбота через эти показательные основы. Спорт. Как влияет на подъем или потерю вибраций разные виды спорта или какой-то физической активности, например, бег? Линзы мишежу-кожу-курботы. Физическая активность бывает разная. Бисит-кожу-курбот-шерпоты. Кардионагрузки, они вообще хороши для обихода, потому когда кровь начинает активно работать, мишежу-курботы, опять же, в меру нахождения, не до истощения, а до комфортного состояния для себя. Лидых мошежу-козых митамашерпаты. И за счет кровоснабжения у вас потоки, системы энергопотоки в вашем аватаре, естественно, активно начинают прорабатывать. Они дают вам энергию, дают вам силу. Лидых машерпаты. Если вы начинаете уже переиндексировать форму
и происходит истощение, то есть это уже не норма состояния, поэтому вы каждый должен знать свою норму, даже кроме работы, мозг. Если бегаете, то какое количество пробегаете, как вы чувствуете ресурсно после этого хода себя. Ледах мочи жукозах мета машкада. Что касается нагрузок более жестких, можешь же кожа кроме шарбот и тимашрбата. Здесь могут быть разные состояния, но битомасами шарбат, тяжелые нагрузки, они никогда не были хороши. Бисинтамашрбата, они могут вырабатывать молочную кислоту активную, это опять же интоксикация организма. Бишкожа крубота, они могут вырабатывать различные негодованные исходы в плане мышечных тонусов. Бишкожа сухожилия может также закрепить определенный материал на определенном уровне. Ледах масхана. Все хорошо в меру. Ледах мушу крубоши жукозах мида масса дебишхрбат. Естественно, если без химического состава вы активизируете свое тело, это вам принесет только благость. Опять же, не напрягая, даже грубо не нагружая активную форму работы. Должно быть в гармонии. Ледах масса машрбат. Физические нагрузки, они хороши, но если в целом рассматривать энергопотенциальную работу, конечно, практики принесут всевозможные объемы энергии, поточности, бешрбаты в теле будут при структуризации, согласно бешрбаты, ваша осознанность, эмоциональному фону, это целостная работа. Ледах машрбата. Если только по физике, бешрбаты, не перенагружайте бешрбаты, все в меру созидания, это будет нормой. Если мы говорим про какого-то среднестатистического аватара, 30-40-50 лет, сколько будет нормой? Линзамат, у каждого свое состояние. Бужукозых миты, машерпас харбата. В среднем 3 километра бега, бужукурбота, будет норма для среднестатистической основы. Хорошо. Можно ли у вас спросить, просто называть разные виды активности и узнавать, сколько на них происходит понижение? Линзамада. Это невозможно, даже кожа крубота. Почему? Потому что человеческая форма имеет свое строение, структуры по-разному в обиходе. Мы же кожа крубоши крубосы хада. Мы можем только выявить для вас понижение острое, среднее, либо высокое. Мы же кожа круботы от формы созидания основы до машхармашхарбата тоже круботы. Зависит ваша суть существования. Хорошо, еще буквально тогда несколько вопросов. Секс, если он происходит с неравновибрационным, а партнером, у которого вибрация ниже, сколько в среднем происходит потери вибрации? Линзы маша мада, душу крубота. Если у вас источник более чем разрыв на 2000 единиц, мужу крубота, то колоссальные потери вас в истоке. Ледах маша жу кожу крубота. Если у вас источник на 1000, на 1500, мужу крубота, соответственно, менее потери возникают. А колоссальные это сколько? Линзы маша работа, более 2. То есть, если разница с партнером больше, чем 2000, потери будет 2000? Миссинг, ты маша же кожу, крубош работа. Потеря может быть разной в зависимости от формы. Лидых, миссинг, ты же кожу, крубота, маша пада. Может быть и до 1000 единиц. Угу. Если разрыв с партнером менее 1500? Дима Шербата, 750. Бесцельное листание социальных сетей, такие как Инстаграм, ТикТок, когда люди целыми часами напролет листают свою ленту, никакой пользы в этом не выносят. Сколько может быть? Ниджу конжабота. Не скажу, что пользы не выносит, мыши кармашев рабаших рабат, потому как вы через информативные цифровые потоки имеете стать системой многих познаний, которые выдаются вам в энергоматериале через эти социальные программы. Ледах мыши работа. Вопрос, опять же, сколько вы находитесь в этом опыте мышрабата? Можно эту информацию познать за несколько минут, и мыши работа расширить свой опыт осознанности межкарбата. А можно просто бихты массы харбата. Грубо говоря, находиться там и просто скачивать энергию. Ледах мыши уже кожу крубота. Какая информация к вам приходит через этот источник мужик рыбата? Тут опять же зависит от того, что заказала душа познать информативно через эти источники существования. Дима сантимешек работы. Энергоемкость мужик рымашкада, если говорить в среднем, душу крубота, босса биты, 30 минут в социальных программах носителей мужик рымаш рыбата в любом случае забирает энергию мужик рыбата вместе рыбата, притом забирает до 50 мегагерц за 30 минут. Лимаш рыбата, и каждые последующие 30 минут, вне зависимости от формата, то, что вы программу берете на развитие бужукрубота, у вас все равно энергоистощение имеет эти формы. Бужукрубота каждые 30 минут, 50 мегагерц, мужикрубота вы на электронные носители бужукрубота сливаете в своих потоках. Массабата последующие, соответственно, составляют большую долю. Ледах моши жукожукрубота. Но для чего они даны? Опять же, для рассмотрения активности расширения сознания, для информативных потоков бужукрубота, для какой-то мацхайбат, целостное развитие для каждого в зависимости от формы программ. Дима Шижукозых Мида. Запущены эти матричные программы, коль берете в активы Дымашракана, значит, есть в этом исток, но помните для себя и осознанно подходите к этим состояниям Дужукурботы, что это энергозатратный модуль Мажурботы, и он требует внимания определенного.
Если человек просто работает за компьютером, занимается какими-то важными для себя делами, но проводит за компьютером очень много времени. Это тема отдельного члена, но хотелось бы кратко упомянуть сегодня. Происходит ли потеря вибрации просто от взаимодействия с этой электроникой? Линзы мушерукозых мит, алипасахти, басы, дужекурбошерукоды. Все электронные носители, в основном все, они истощают. Лидах мушерукоды. Вопрос временного кода. Есть определенный этап времени, когда истощение происходит именно в определенный момент. Мушерукоды. То есть до 30 минут вместе Машрапата. Это состояние системы сублимирует энергию божекурбота. Если вы более 30 минут находитесь в электронном носителе божекурбота без состояния системы защитных форм, естественно, это активное истощение. Лимашрапата. И работаете ли вы либо в социальном модуле находитесь, это истощающий сегмент, и вы, наверное, замечали, когда вы просто божекурбота, а обесточены после того, как вы в компьютере находитесь пару часов. Лидах Машрапата. Но что выявляет вам пространство и матрица подает на будущий период времени божекурбота? То, что система предполагает основу работы в защитной форме. То есть цивилизации, которые выпустили инструменты, которые божекурботы составят блоки на энергопоточности мышкурбата, энергоистощения мышкурботы, чтобы сублимировалась энергия через внимание, через око работают эти формы, мышкурбат через энергоструктурные голограммы, дежукужукурбошерботы. И тогда система истощения будет не иметь такие источники системы энергопоточности в исходе. Лидах мошужукоза мита. Вы приходите к новому времени, при этом цифровой мир – это ваш мир новый, бижукурбошерпот. Он требует очень много внимания, в том числе электронных носителей, но при этом бижукурбошерпоты создаются новые защитные формы, которые дадут вам возможность в этих энергиях быть, мужикурботу, масрапат, использовать эти программы, но минимально истощаться. Вы говорили ранее, что одним из самых главных источников истощения вибраций являются наши эмоции. Можно ли как-то измерить, сколько... Какую вибрацию человек потеряет, если, например, в конфликте или в споре с кем-то испытает гнев или раздражение? Сколько минимум и максимум, ну или как-то, как это можно измерить, скажите нам, пожалуйста. Лима Шижукожукурбота. Каждый человек может свою энергоформу считать сразу по основе системы созидания полей событий. Мижижукожукурбошурбота. Если вы ушли в эмоции, вы обязательно будете чувствовать себя плохо. Можижукозахмада. Вы, наверное, замечали в опыте, что когда вы самосанировали мажурбата, у вас скрежет на душе божукурбота, у вас тело тало, бисимашхад, нет энергии ничего созидать. Лима Сахада. Это норма при состоянии так тогда, когда у вас снижаются параметры вибрации через систему эмоциональной выработки. Лидах Моши Жукурбота. Но бывает так, что душа заказывает опыт для определения полей энергоемкости, выработать определенные стоки, и, соответственно, занижает вас параметры через эти опыты. Мишерпат. Это одна сторона медали. Лидах Моши Жукурбота. И если вы еще находитесь в источнике того, что вы цепляете эту матрицу и выходите в этот источник низкой вибрации, соответственно, вы, получая опыт, снижаете свои поля. Лима Самашхарбат. Отработав эмоцию, есть несколько показателей, которые снижают уровень активности вообще целостности работы. Мижикрамашрапата. Это сразу падает вибрация, божекурбота, эмоции уходят на исход, их нужно нарабатывать. Мижикрамашрапата вибрационно растет, чтобы выйти в чувство актива, эмоциональное состояние более гармоничное для себя. Лимашукурбота. Это сразу по параметрам заземляет аватар. Ваша основа, он становится тяжелым, божерапата. Ему захочется сразу вкушать, чтобы заземлить еще больше себя, либо выпить, лимашукурбота, либо покурить, масантамашхарбашрапата, потому как система необратимого процесса снижения, оно именно таково. Божурбот хада. Попали в состояние дисбаланса машкарбашрбата, доходите до конца, даже на клеточном уровне. Либо синтижукозах митамада. Но при этом башмашхарбата, естественно, состояние сознания засоряется, потому что вы не можете найти состояние истока божукожукурботы, понимание, куда двигаться дальше в основе до машхарбата, потому что вы в эмоциях, у вас дисбаланс, соответственно, тело заземляет. То есть состояние целостности рушится. Лидах мошу-жуко-жукурботы. И состояние вибрационное, оно может быть разное в истоке системы снижения эмоциональных кодов, потому что состояние эмоций, опять же, разные. Гнев, божукармашхарбота, дожукурбота, либо страх, либо ревность, либо контроль, они имеют божукурботы разные эмоциональные состояния, но при этом каждый из вас должен понимать, что параметры мегагерца, они снижаются активно. Божукурботы снижаются, при том от 5 мегагерц мошу-жукурбота могут и сразу до 500 уходить в зависимости от ситуации. Но при этом вы можете активно
довольно осознанно подойти к этому опыту. Мужик уже к работе. Естественно, если высокопрессионный пациент Маша Рабашкада, вы просто не вступите в эти качественные негативные поля, вы выйдете либо в наблюдателя, либо в молчание. Боже к работе. В чем и сила эмоционального боже к работе состояния в энергоемкости человека? Мы же Крамашкада. Человек не вступает в конфликтные ситуации, он просто их отходит стороной. Боже к Рамада, боже к работе. Он просто не тратит энергию осознанно на эти исходы. Лидах Моши же кожу к работе. Соответственно, тело держит свои параметры, соответственно, сознание остается в чистоте. Боже к работе. Он делает для себя выводы через программу ума и дальше идет. Лидах Мосин Димита же кожу к работе. Но если вы вдруг вступили в эти коды Мишкарбашхада, вам событием прописано, и вы снизили вибрацию Бжукрубота и Басантимита, вы должны понимать, что сложно нарабатывать потом данные источники этого актива Лидах Масин Бжукрубота. И на это понадобится время, на это понадобится Бжукрубота ресурсы для того, чтобы восстановить свое поле Бжукрубота, поле работы. Митинты Масхада. Поэтому здесь либо осознанный подход Мужукрубоша работы, либо вы завершаете осознанно определенные качественные работы Мишкарбашхараба с определенным источником, который дает вам эти негативные программы, а как правило это фантомы, Лидах Моши же кожу к работе, либо завершаете какой-то энергетический процесс согласно душе по запланированному опыту. Дима Сантимиша Карбата, но источник негативных состояний эмоций, он однозначно все снижает в параметрах. Мужик Карбата, как восстановить себя сразу, боже курбош работа? Я рекомендую вам сразу принять воду, активно попить воды, боже курбош работа, стакана 2-3 сразу. Лидах Мушикона, принять ванну, душ, мужик работа, дабы энергетически насытить себя этим источником, либо солнечную энергию, либо воду машрапату в природную воду окунуться сполна. Дима Сакана, огонь хорошо помогает. Лидах Мушрапота, молитва слова, тут же Бижакрабата. И самый основной источник – это дыхание. Бижакрабата. Вот чтобы не впадать в эти состояния системы низкой величины, Бижакрабата, я вам рекомендую продышать в ритмологии Бижакрабата. 7 раз вдох на сердечной чакры, задержать дыхание на 7 раз, Бижакрабата, и выдохнуть 7 раз в потоке в сердечную зону. Лимашрабата. В 3 этапа. Таким образом вы сможете нормализовать тоже себя. Не уйдете в источник системы негодования в эмоции. Мужикрабата, не исчерпайте себя всевозможными негативными программами и не произойдет выброс энергетической сути именно в том объеме, который при распределении поля событий дал вам такой результат. Либо Шермашрабат. Поэтому реанимировать, если вы осознанное существо, можете сразу себя, продышав мужикрабата, проходите дыхательные практики, и там очень много об этом сказано, бесит уже кожу крубошрабата, как дихмаса машрабата. Можно себя, в душу кода, осознанно не приводить к исходам системы сонастройки низкого кода через выработку эмоций, событий, которые прописала вам душа. Лидах Моши Работа. Просто продышав несколько секунд, вы сможете восстановить свои поля обмена, соответственно, даже Маши Работа, дать себе благость и не уходить в эти негативные поля. Если человек после первичного такого возникновения такой эмоции, например, в конфликте, продолжает в голове гонять то, что произошло, еще день, два, три недели после этого, он автоматически снижает... Линдзе Машхан, конечно, вы же энергию эту, думаешь, работу приняли в свои основы, монада запомнила ее, и на этом коде памяти, естественно, содержится этот материал. Пока вы бежик работы не стащите себя настолько, чтобы не произошло обнуление в системе потока. И потом вам это надоест, мышкарбат, потому что вы всю энергию исчерпали, бежик уже к работе, и систему монады переиндексируют код через обнуление в трансформацию. Лидах Машрабат. Ну зачем бжукрубота тратить время, зачем тратить энергию, бжукрубота истощать свое тело, осознанность, засорять мышкрубот свои эмоции, мышкрубота выводить на некачественное состояние, когда можно осознанно подойти к любой форме. Спасибо, Ира, спасибо, Хамилия. Мы постараемся подготовить отдельную табличку с этими инструментами пополнения и понижения. Если у кого-то из вас есть время и желание, вы можете к этому видео написать тайм-коды, чтобы другим зрителям было удобнее в навигации. Ставьте, пожалуйста, лайк, делитесь этим видео со своими друзьями и близкими, и подписывайтесь на канал и следите за анонсами следующих ченов в Ютубе и Инстаграме. Спасибо, Стас, спасибо аудитории за то, что такие прекрасные вопросы подготовили. И также жду от вас вопросиков, которые нам помогают проживать эту жизнь более качественно, более структурно. Каждый из нас стремится выйти в эффективную, качественную работу, в качественную жизнь. Поэтому дальше познаем, осознаем и воплощаем жизнь. Всем рибас!